Всем привет, это подкаст UWeb Design. Сегодня 7 сентября 2016 года, выпуск номер 94, время 15 минут 11 по Челябинску. И у нас есть громкие темы. Ты поздоровайся сначала с нашими. Всем привет. Да, и давай попробуем громким темам. Определяем личность интерфейса. Нужно ли делать адаптивную версию сайта? Да, я ее хотел вспомнить. И ловушка для программирования. Погнали. Точнее, ловушка про... Ну, мы, короче, сегодня максимально... Ловушка для программирования, как ловушка для снов. Мы будем просто рекламировать товары уже из лавки сувениров. Просто. Сегодня профессиональный самый выпуск. Ну да, мы немножечко потеряли тонус. Или я даже не знаю, нужно, чтобы тонус был в нас. Не, мы как Халк, наоборот. Мы набрали сейчас много силы. И у нас сейчас просто силище подкастовое, понимаешь? Да, у нас несколько новостей. Во-первых, мы записываемся одновременно с трансляцией конференции Apple. И Sony. Да, и Sony. Они тоже уже начали, скорее всего. Да. Поэтому прям мы будем вас баловать свежими. А когда завтра будет выложен подкаст, уже и не свежими новостями о том, что там кто презентует. И да, наконец-то вышел 6-й ScreenFlow на Sierra. И наконец-то можно опять... Да. Можно опять курсор наконец-то видеть. Я напоминаю, в Камтазе все жаловались, что типа... А как, где курсор? И мы часто показываем... Вот я, короче, Никите сейчас показываю, и ничего я не показываю, потому что курсора нет. Mm-hmm. И, наконец-то, можно ставить отметочки опять внутри подкаста, там подставлять какие-нибудь ссылки. В общем, вообще живем жизнью. И, я так понимаю, с места в карьер, да. Кто нас помнит еще, мы UWeb Design, и можете нам жертвовать бабки по адресу uwebdesign.ru/donate. Ну, давай тогда темы. Бабич. Да, первая тема у нас традиционно Ник Бабич. Я, если честно, когда сегодня готовился, я думал, я сейчас прям нырну туда к нему, и там прям такое изобилие тем, я буду не знать, что выбрать. Хрен-то там просто говно какое-то. Он или исписывается, или исписывается. В общем, что-то уже... Бабич не торт, я бы так уже сказал. Отписка. Ну, да, еще пока не отписка, но уже скатывается немного. Посмотрим, что как. Но вот это, конкретно эта тема очень крутая. Хлебные крошки для сайтов. Что, где и когда. Так вот, он нам рассказывает немножечко, Ник, что хлебные крошки вообще как мем появился в сказке Гензель и Гретель. Ну, это все знают. Да, то есть там они брат с сестрой, кажется, были, не помню точно. Это страшная сказка, между прочим, братьев Гримм. Ну, у них, в принципе, такие сказки. Не-ня-ня-ня-ня. Не группы братьев Гримм, кто еще помнит. А у нас, наверное, подписчики-то и не знают. Возможно, они, да, как Децла, не помнят братьев Гримм. Ну и, может быть, и к лучшему. Так вот, там ребятки, они бросали хлебные крошки, чтобы их потом нашли, потому что они к страшным ведьмам в пряничный домик пошли. И откуда у них столько хлеба было, непонятно. Может быть, они булку белого купили? Не, они от пряников от этих, которые... Разве? Да я не знаю. Нет, они пряники-то, они когда туда пришли, только их поимели, так скажем. Ну, неважно. В общем, они оставляли навигацию, чтобы потом было легко найти. Что такое хлебные крошки на сайтах? Ну, все вы знаете, это такие подсказочки, ссылочки, которые нам говорят, вы находитесь здесь, а можете еще перейти там на раздел выше и так далее. Почему? На какие, так скажем, вопросы отвечают хлебные крошки? Первое, где я? Потому что, ну, как бы последним шагом, последней крошкой всегда является в хороших хлебных крошках страница, на которой вы находитесь. Просто название, типа там, статья такая-то, или там, видео такое-то, подкаст номер там, 93. На второй вопрос отвечает, куда можно пойти. То есть вернуться либо на категорию выше, либо... на главную сайта, если вдруг логотип не работает, как ссылка в хедере, хотя должен, то можно там домик обычно в хлебных крошках или просто там главная является первой ссылкой. И третье, нужно ли мне туда идти? На самом деле показатель отказа существенно уменьшается, если, допустим, вы попадаете по какому-нибудь запросу из Гугла на товар, ну там неважно, на книгу какую-нибудь. И вдруг вы поняли, блин, я вот не эту книгу хотел, но я тоже хотел книгу там, я не знаю, условно по World of Warcraft, или тоже там DC Comics Batman. Вы можете просто на категорию сверху нажать «Бэтменные комиксы» и уже дальше ее обозревать, и не будет процента отказа, потому что с сайта-то вы не ушли, вы просто начали путешествовать дальше, и
То есть с точки зрения юзабилити и даже с точки зрения продвижения, увеличения поведенческих факторов, хлебные крошки — это прям очень круто. Я согласен с тобой. Да, то есть, в принципе, мы испокон веков во всех там статьях про оптимизацию сайта и так далее было сказано, что хлебные крошки рулят. Они даже технически для поисковых роботов рулят, потому что есть перелинковка, и вес правильно перетекает там на главную и на страницы категории, потому что на всех синглах есть ссылки на главную и на категории, и тем самым их вес, ну, тупо увеличивается. То есть все как бы прозрачно. И что же нам Бабич-то предлагает? А он не предлагает, он просто говорит, что это круто, и, ну, рассказывает плюсы и минусы, мы немножечко своими словами, но вот еще плюсы. Уменьшает количество действий. Например, нам не нужно жать в браузере назад, если вдруг мы путешествуем по сайту, мы можем вперед всегда двигаться, только вперед, и передвигаться по категориям, там, на главную и так далее, с помощью этих ссылок и оставаться, так скажем, в контексте страницы. Это тоже прикольно. Они занимают не очень много места, но всего лишь вытянулись там в строчечку, в одну, а по факту целый набор ссылок, которые существенно упрощают навигацию. И никаких проблем-то с ними и нету. То есть люди настолько интуитивно понимают, что такое хлебные крошки. Во-первых, потому что они видят, ну там обычно сопровождаются они надписью «Вы находитесь здесь» или что-нибудь там подобное. Обязательно понятные они. То есть это как бы, сказать, ваш инструмент в борьбе с хорошим, точнее, в погоне за хорошим юзер экспириенсом, потому что он понятен реально почти всем. Я думаю, даже если сейчас контингент 40+ взять, то хлебные крошки, в принципе, ясны. Потому что они просто на, так скажем, на скивоморфных примерах, что зачем движется, объясняют навигацию. Бабич не спрашивает, а говорит, типа, отвечает на вопрос, где же использовать хлебные крошки. Их стоит использовать на сайтах с большим количеством контента, который легко классифицируется. То есть, если есть какие-то таксономии, там, рубрики, теги или что-то такое, то да, само напрашивается использование хлебных крошек, потому что просто они повторяют иерархическую структуру контента. То есть, не только в магазинах можно в интернет. Но еще и в блогах. Не только лишь в магазинах, да, и в блогах, и просто в контентных сайтах со статьями, хотя, наверное, это и есть блоги, неважно. В общем, даже в ЖЖшечках можно. Я вот вижу в ЖЖшечках, в хлебных крошках, я, правда, не знаю, есть ли в живом журнале в каких-то темах хлебные крошки, но я по дате вижу. Типа, вот вы читаете новость, там, я не знаю, там, выборы 2016, и еще, и вы можете перейти на все новости за август. Все новости Навального. Да, все новости Навального. Отдельная рубрика такая. И так далее. Не стоит их использовать на лендинг-пейджах или на одностраничных сайтах. Просто потому что, ну а что там? Ну или если у вас 5 страниц, то хлебные крошки все по факту будут только в глубину на один уровень от главной. И тогда какого хрена их использовать? То есть, ну нужно все равно это делать с умом. Возможно, вы на каких-то отдельных страницах обойдетесь обычной навигацией в хедере. Какие бывают типы хлебных крошек? Ну, это на самом деле абсолютно бесполезная информация, но тем не менее. Первое – это по местонахождению, второе – по пути, который вы прошли, третье – атрибутивный. Что это касается по местонахождению, то, что мы сейчас все обсуждали. Главная страница, какие-то там разделы в глубину, рубрики под рубрики и так далее. Вот на Best Buy отличный пример. Best Buy — это главное, компьютеры и планшеты, мониторы, все мониторы. Path-based — нету конкретного примера с сайта, но просто показывается о том, что нам хлебные крошки показывают не место, которое занимает данная страница в структуре сайта, а то, как мы до нее дошли. То есть, грубо говоря, нашу history. Вау. Но за тем, чтобы посмотреть history, мы можем долго нажать в браузерах. Я не знаю, как в Chrome, уверен, что есть. В Safari, если долго жать back, кнопочку назад, то вывалится список последних 20 страниц. Можно просто туда пропутешествовать. Это не так сложно, поэтому... Мне кажется, даже в Windows есть такая херня. Ну да, стопудово, почему бы и нет. А атрибутивные хлебные крошки – это круто. Это если вы выбрали какие-нибудь фильтры, допустим, вы смотрите рубашки и выбрали длинный рукав и клетка, то они у вас в хлебных крошках тоже показаны, как контекст, в котором вы находитесь, если они аяксовые, например. И вы можете крестиками их закрыть и расширить, не сузить, а наоборот расширить, опять же, фильтр. Это круто. И, собственно, Ник Бабич, он то и говорит, используйте иерархически по пути и по атрибутам. Не надо использовать хистерные хлебные крошки, это бред. Не знаю, зачем
он говорит о том, что они существуют, потому что я, если честно, ни разу не видел такие. Но вот, как бы, видимо, он для того, чтобы полностью охватить весь спектр, он про это сказал. Есть еще отдельные best practices, а именно просто пара советов. Первое, не используйте хлебные крошки как основную навигацию. Здесь он кидает в камень в огород Apple, который, кстати, сейчас, возможно, там что-то... Я смотрю полностью, что там они это, и ничего там интересного. Там первое, Тим Кук рассказывал про iWork, что нужно вообще всем дать, и что-то там даст. То, что всем дать нужно, это отлично, конечно. Я это и так знаю без Apple, да. Что да, что там студентам и школьникам даст. И сейчас он рассказывает про Apple Watch, что, блин, круто, мы круче, чем... Мы так же популярны, как Rolex, только среди умных часов. Ну, это круто. Это... Сам он в Rolex должен был выйти, просто все, за 20 тысяч долларов. Неважно. В общем, у них еще Super Mario Brothers будет у Nintendo в декабре. Да, да. Не используйте хлебные крошки как основную навигацию. Это дурной тон, и, ну, как бы, вот это будет конфьюзить. Обычно как-то, кроме хлебных крошек, еще, а можно вообще всех посмотреть, и идешь просто наверх, навигация и так далее. Не надо на ту страницу, где вы находитесь сейчас, не надо на нее делать ссылку на текущую страницу, потому что вот этот переход, который ничего не меняет, будет конфьюзить юзера, и нахрена бы он... Типа нужен. Саму на себя нажать? Да, да, саму на себя конфьюзить юзера. Прикольно. Зачитал. Используйте разделитель. На мой взгляд, стрелочного типа, знак больше или реальные стрелочки, или елочки вот эти, они лучше, чем слэши. Слэш — это как будто ты опираешься на следующие, так скажем, рубрики. А стрелочки — это все-таки ты двигаешься по ним, и мне они кажутся более интуитивными. Тебе как? Мне тоже стрелочки нравятся. Мы же помним один из заветов, я уже даже не помню кого. Ветхих? Хотя помню, да, уже достаточно ветхих. 4 подкаста он длится. Мы же свое мнение еще высказываем про тему. Ага. Так что да, нужно использовать нормальный размер и отступ, но это понятно, чтобы можно было нажать на разные элементы и не... Не мискликать. Не знаю, как по-русски сказать. Не делайте особо усиленных каких-то... Черт. Выделений. Не хочется этого. Не хотелось. Так не придумал. Потому что не надо выделять отдельно хлебные крошки, как вот на сайте лого каком-то. Ну, как лего, на самом деле, но лого. Ну, я просто сдрибла мокап, я бы сказал. Потому что сразу все смотрят на хлебные крошки, и, ну, не надо. То есть, как бы, смотреть надо, чтобы на контент смотрели, а хлебные крошки, они так мягонько, аккуратно вверху страницы, все знают, что они там, не надо на это упирать. Вот как, например, у Google. У Google. У них нормальные хлебные крошки, вообще белым на синим, не выделяясь из других, но если ты их ищешь глазами, то ты их найдешь, уцепишься, и все круто. И вот спорный совет, на самом деле, не используйте хлебные крошки на мобильных сайтах, говорит нам Ник. Че это? Ну, типа что, а нахрена? А вдруг вы там, типа, это, много они места займут? Я хочу интерактив со зрителями. Как интересно, вот вы думаете, надо на мобильных сайтах делать крошки? Да, пишите в комментариях хотя бы на YouTube. Но можете что... и на сайте писать. Да, потому что тупо или не тупо? Я у нас на uwebdesign.ru скрываю их на мобиле, независимо от Ника Бабича. Мне самому пришла в голову такая идея, просто потому что на мобиле ты обычно заходишь вот на какую-то конкретную статью или страницу, и ты хочешь прям быстрее-быстрее получить этот контент. А если тебе еще сверху полхедера будут хлебные крошки, а они будут как бы больше по высоте занимать из-за того, что экран телефона узкий, то ты будешь, блин, нахрен, я не хочу сейчас на вашу рубрику другую переходить, я уже хочу посмотреть, что тут это, быстрее-быстрее, поэтому не лишен смысла его совет, но кому-то он покажется спорным, поэтому да, пишите в комментариях. Pokemon Go выходит на Apple Watch, я просто как бы продолжаю. Но, я думаю, они будут подвибрировать, если просто ты идешь мимо Pokemon. Как у них же Pokemon Go Plus, или как-то так называется их девайс, который выделенный. Вот, видимо, на Apple Watch они тоже этот функционал решили как-то ввести. Отлично. Дальше. Тема с медиума. На... А даже не на каком блоге. Просто чувак из Дропбокса, который до этого работал в Ютубе и в Гугле. Китаец. Да, какой-то Джон Саито. Выглядит как китаец, но почему-то Джон Саито. Это что за... Не Джон Саитио. Но это фамилия и имя у него такое. Так вот. Он рассказывает, мой ли это интерфейс или ваш. Очень интересная тема. Нам ее предложили в темах. Простите за тавтологию, идет к вот, собственно, к этому выпуску. Мой компьютер, он говорит. Вот представьте, раньше в Windows же называлась мой компьютер, а в семерке просто сделали компьютер. А в Windows 10 теперь this PC.
Я не знаю, я не помню, как по-русски, честно. Ты, Никита, не знаешь? У меня тоже, к сожалению, английская версия. Вот, да. Я, кстати, не знаю, какая у меня, но просто я делаю Windows E. А, этот компьютер. Нет, да, у меня русская, я набрал. Это на компе у меня. Вот. И я делаю Windows E, и у меня он просто сам открывается. И я поэтому даже не помню, как он называется. Ну, вот этот компьютер. И здесь вот автор, он задумался как раз из-за этого. Решил вообще, это вот совпадение или нет по Киселеву, или он или не думает. И он начал делать ресерч небольшой в других вот приложениях, веб-сайтах, как используется. Нету однозначного решения, я тебе скажу. На YouTube и в Google Drive My Channel, My Drive. Spotify, Your Music. На Amazon, Your Account, Your Lists, Your Orders и так далее. То есть, это вопрос, с какой стороны вы находитесь. Ну, грубо говоря, по отношению к кому вы... Блин. Ну, по сути... Короче, ты... Короче, объект ты или субъект. Вот в YouTube ты объект, ты сам управляешь, ты можешь там кастомизировать и так далее. А у Amazon это субъект. Ты приходишь к Amazon. Не Amazon приходит к тебе, как YouTube к тебе приходит и просит тебя создать у него канал. А это ты приполз к Amazon, и ты у него покупаешь товар. И Spotify тот же самый. То есть ты там свою музыку, как бы, чувак, ты никто. Ты слушай нашего Леди Гагу. Да, Гогу. Да, это как бы твоя... Леди Гогу. Леди Гогу, это хорошо вообще. Леди Гоги, слушай. Ну так вот. И да, здесь дальше раскрывается. Кстати, то, о чем мы сейчас сказали, этого нет в статье. Это уже вот наши с тобой домысливание, и это круто. Это мы свое мнение, потому что высказываем. My point of view, пишет нам он. Ну, в смысле, что используем мы мой интерфейс, если мы имеем хоть какую-то возможность его изменять. То есть вот мой канал на YouTube имеет смысл, потому что мы можем менять обложку, аватарку, весь контент, и это реально мой канал. Если вы его удалите, YouTube, как бы, ему ни холодно, ни жарко. Вы удалите часть себя. Да. А на Амазоне ты не можешь удалить товары. Или на Spotify, если ты уйдешь, то это им плохо будет. Да, ты не можешь удалить их музыку, поэтому и кастомизировать ты ее не можешь. Ты можешь только взять в аренду. Да. И поэтому это как бы твоя музыка, но не моя. Ну, как, ну вы поняли, это самое лучшее объяснение, это объект вы или субъект этого сервиса. Самое-то главное нам будет потом сказать... Как людям сделать в админке надпись какую? Your account, my account. Да, и вы, ну, сейчас, да. Сейчас дойдем. Рассмотрим. Давай. Я пока скажу, что просто будет вибрировать на покестопах часы. Ну, не только на покестопах. И на покемонах. И на самих покемонах, да, да. Давай. На самом деле хайп-то уже и пропал чуть-чуть. Меньше новостей про Pokemon Go, после того, как закрывать стали людей за это. Да. Ладно, не будем. А то нас закроют уже. Тьфу-тьфу-тьфу. Your. Если вы имеете дело с какими-то голосовыми или не голосовыми помощниками, то your. What can I help you with? Говорит нам Siri. И другие голосовые помощники, поэтому да. Есть также варианты без принадлежности, без какой-либо притяжательности, если угодно. Например, в Dropbox. Просто files, photos, online, offline files, notifications. Нету my или your. То же самое на Medium. Просто home, bookmarks, history, interests. Никаких... упоминаний личности. Ну, на медиуме тогда вообще все безлично. Согласен, да. Мы неоднократно это обсуждали, что медиум ворует ваш контент. Вы если на медиуме написали, у медиума у них в админке написано my. На вашей статье у них написано my статьи. Ну так вот, и здесь он нам показал, насколько на самом деле это важно, потому что он на YouTube убрал my. И просто оставил channel. И сразу непонятно, блин, это мой канал или какой-то другой? Или чей-то канал? И смогу ли я его... Вот, ну да, или чей-то, действительно. Просто чей-то канал у вас слева в ссылках, почему бы и нет. Ну, ладно. Вот, и я, когда пропадает мой, я сразу не знаю, блин, обычно вот ты заходишь на YouTube и такой, блин, где обложку сменить? Вместо того, чтобы искать в поиске там UI дизайн, ты просто заходишь в мой канал, и там понятно, блин, мой канал, круто. А здесь, когда они говорят мой, я опять не знаю, блин, где обложку сменить. И мой реально мне показывает, что вот это да, это мое, это вот моя песочничка, я там что-то могу сделать. Это реально имеет смысл, и поэтому... Это, кстати, нас возвращает к вопросу о Windows, как сделать. По поводу чего? Компьютер. А. Мой компьютер это? Или этот компьютер? Ну, мой компьютер все-таки. Просто после... Да, напрашивается мой. Но, видимо, после того, как они следят за всем, это уже этот компьютер. Для просто... них это мои компьютеры. Если аналогию проводить с Google Drive, там же тоже все хранится. Там My Drive. Там My Drive. И это именно моя часть облака. Да. Облачко. Если я уйду, я ее удалю. Да.
А вот и на компьютере, по идее, мой. Потому что, ну, как бы, если я вытащу жесткий диск, все, вам не за кем следить, Microsoft. Но, видимо, они немножечко, для них уже мы субъекты. Уже да. Мы уже у них услугу компьютер покупаем, и если мы уйдем, то у них все останется. Все равно, с тем наших фотографий, личные данные. У них-то там май. Вот именно, везде. У них май, опять же. И солнце. Поэтому... Просто... Да, возможно, опять же, как братьев Гримм, люди уже не понимают, о чем шутка, но кто понял, ставьте палец вверх. Ну и здесь опять же он говорит, а как же вам быть? И вот, ну, мы на самом деле очень четко сказали, если вы строите сервис, в котором у пользователя есть своя какая-то песочница, свой какой-то профиль, то определенно май. А если, ну или мой, если мы говорим про русскоязычные сервисы. Не дай бог. Да, а если это у вас какой-то SaaS, Software as Application. As Service. Да, черт, As Service, я уже тупой. Значит, вам нужно, конечно же, использовать Your, потому что у 1 минус 1, 2 юзера вам не холодно, не жарко. Ну, как бы на продажах это снизится, точнее, на выручке, не на продаже. Aua. Есть еще мы, наш. Это, на самом деле, очень интересный тоже момент. Здесь он нам показывает, что иногда заходишь на какую-нибудь компанию, там, следуй за нами, там, в Твиттере, в Фейсбуке. Наша... Мы можем тебе помочь. У нас было более там стальки-то там продаж и так далее. И на самом деле эти местоимения, они нам показывают, что за вот этим сайтом, за этим приложением тоже есть люди. Ну да. И они обличивают. То есть это уже не просто Apple, а мы в Apple делаем. И ты сразу Эдди Кью и Крейга Федериги представляешь, что они с тобой сидят за руку, здоровые. Они вместе паяют. Причем да. Они Apple Watch Series 2, все. Вторые часы сделали. И они прям реально чем-то будут отличаться. Нет, так же выглядит абсолютно. Ну, в смысле, железом, или там хотя бы батарейка не полдня живет. Ну, сейчас видео идет про вот эти часы второй серии. Под музыку. Видео? Я не знаю. В смысле, так называется Apple Watch 2 Series? Apple Watch Series 2. Ну, в смысле, серия вторая. А, Series, в смысле, серия. Series. Да. Как в телесериалах. Точно. Понятно, все. Короче говоря, здесь еще в самом конце смешная картинка, it's not me, it's you. Ну, знаешь, как когда бросают, да, да, да. Это дело не в тебе, не дело в тебе, во мне. Да. Вот. А, только тут наоборот, дело не во мне, дело в тебе. Сейчас смешно, это же еще она же с шуточкой. Пишите в комментариях, вы как делаете у себя, но, по-моему, мы довольно предельно ясно сделали, что наше, это если мы говорим о своей компании и хотим рассказать, что мы в UF Design для вас дохрена стараемся, там, покупаем за свои бабки микрофоны, там, ноутбуки, чтобы сделать этот подкаст, поэтому uofdesign.ru/donate. Мой, если вы можете кастомизировать, и твой, если вы всего лишь пользуетесь какими-то услугами. Ну, это круто, это круто. Да, мы, кстати, это что у нас, уже рубрика «Разработка» начинается? Да, и у нас в разработке самая главная тема, о которой мы так вам спешим сказать. Мы сколько молчали про эту тему? 23 минуты. Нет, до этого мы сколько-то недель молчали. Целый месяц, да. Да, целый месяц молчали про то, что у нас есть для вас предложение вместе с нашим партнером. От которого вы не можете отказаться. Не можете. Даже Apple не может своими часами сраными второй серии не может отказаться от smarttape.ru. Потому что это самый лучший хостинг в мире, в России. Он, кстати, попадает под федеральный закон, не помню какой, 182, 282, 228, возможно, даже. Так. Хранение и распространение данных ты имеешь в виду? Да, да. Они все хранят в России, можете не бояться. Хранить там сайты, и никаких проблем у вас не будет, если вы делаете там сайт для какого-нибудь отделения Почты России, то все будет чисто. Ни с какими яровыми, пакетами яровых. Не, без сумками яровых, без проблем. Все вообще. Smarttape.ru или uofdesign.ru/smarttape. Лучше там, потому что у нас есть реферальная ссылочка, и вы нам поможете на хлеб насущный снискать. Ну да, я просто продолжаю, что Apple Watch вторые будут там с новым процессором S2, там с новым железом, в общем новые часы. Ну, я буду ждать, и ты там поглядывай, про батарею. Они должны сенсационное заявление сделать, хотя вряд ли. Но просто это реальная боль нынешних Apple Watch, это то, что они живут полнедели, полдня, если не выключить там всю хрень. Но пока Pokemon Go не выгрузить. Пока только экран в два раза ярче, поэтому чувствую, что с батареей не подвезли. Да. Ну ладно, переходим следующая в разработку. Да. Разработчик и депрессия, представляешь, у нас. То есть у нас вот такие веселенькие тут рядом Apple новости, а на самом деле разработчик и депрессия на медиуме.
Феликс IT, какой-то чувак, я не знаю, предоставил нам такую статью. Это нам, видимо, предложили, нет? Нет, я не знаю, где я на нее наткнулся. Какого хрена? Может быть, и когда-то предложили. Напишите в комментариях, если вы тот человек, который это предложил, но у меня это было уже просто в списке тем, что как будто я это где-то нашел. И он рассказывает вообще кратенько, в несколько абзацев буквально. Немножко такое предисловие говорит, что вот вообще людям, детям особенно, не рассказывают, как, вот знаешь, не пугают их профессия разработчик или программист. Но оказывается, разработчик и программист должен обладать стойкостью к депрессии, понимаешь? То есть, нужно себе сначала сказать, вот я хочу стать разработчиком, я стойкий к депрессии, стойкий к стрессам каким-то, или нет? Почему? И он рассказывает, почему дальше, после уже вот этого предисловия. Да, небольшого. Давай, уже интересно, потому что, как бы, я сразу думаю о том, что могут платить нерегулярно. Но, видимо, тут что-то другое, это... тут какие-то менее насущные проблемы. Но тоже нет, у него все насущное. Он говорит, практически каждый... Вроде каждый разработчик это типа такой перфекционист, ну с одной стороны. А с другой стороны это чувак, который на все забивает. И он говорит, почему? Вот я, говорит, допустим, утром проверяю почту, у меня завис браузер. Говорит, люди, которые делают там десятилетиями эти браузеры, уже просто отточили хрен какая версия, говорит. И он завис, говорит. 100 жополярная версия. Просто я не хотел пропускать этот. Это отличная цифра. Да. Он говорит, приехало 100 жополярное обновление Adobe Flash Player. Ну понятно, что там он тупит, бла-бла-бла, все это. Каждый раз обновление, опять же, на него прилетают. Вот, это бесит, говорит. После ребута всей системы, ну он, естественно, ребутнулся после этого всего. Сразу, не дожидаясь, Wi-Fi у него все открывается, там, в общем, жесть происходит. Он просто жалуется на свой софт, как минимум. И просто это, сквозь это он показывает нам, что на самом деле разработчики никто не перфекционист. Они все полулентяи и полуперфекционисты, в общем, ну жесть. Он говорит, что вот я, говорит, весь день бегаю. Потом, говорит, короче, сажусь. Говорит, я, говорит, вот, самое главное, что я, говорит, бегаю. Все везде простукиваю, прослушиваю, так скажем, все системы свои проверяю, что у меня где. И, говорит, ни одной строчки кода не написал, по сути. То есть, и все так. Вот так, говорит, мы разрабатываем. То есть, мы что-то там проверяем, что-то там, где... А это у тебя работает? Давай тут протестим вот это все. И на самом деле ничего не написал за день. Потом, говорит, вечером открыл фильм. Он не уточняет, какой он фильм открыл. VLC. Ну вот... Открыл... Хорошо, хоть VLC. Я помню, я когда отскочу в бок и перебью, когда снимал обзор про macOS, про новую. Кстати, про Sierra тоже надо будет снять. Так вот, и я там рассказал, что я пользуюсь проигрывателем M-Player X. Угу. И мне сказали, все, фу, ты тупой, надо пользоваться VLC, он лучше всего жрет ресурсы и так далее. Ну так что хотя бы он правильный плеер открыл, хотя там тоже бывает, что нет звука. Ну вот, и он говорит, открыл фильм, значит, открыл VLC, нет звука. Закрыл VLC, открыл заново фильм, VLC, звук появился, говорит. То есть люди, делающие VLC, которые, опять же, миллионы лет уже его делают, простите. Дальше, говорит, в метро. Говорит... Читаю, как китайцы, говорит, засеяли вирусами вообще всю сеть США, говорит. Там, говорит, дырок в этой сети больше, чем самих китайцев, мне понравилось это, да? Писал, говорит, эссе в Medium, тоже, говорит, сервак упал, страничка потеряла сервер, ну, в общем, понимаете. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Он все это говорит, что там мышка глючит там. Не, про превью мне нравится, про PDF-ки. До предыдущей версии, как называлась, не помню. Эль Капитан. В Эль Капитане только исправили, что превью нормально открывает PDF-ки, в которых 100 мегабайт. До этого он так лагал, как будто там 100 гигабайт открывалось, и все в супер HD качестве. Поэтому, ну, работают ребята, да, что сказать. Да. Тут он также грешит на IDE, просто, ну, это можно даже опустить. Он говорит, что вот, даже в тот же YouTube в поиске внезапно выдал мне ленту роликов на испанском и немецком. Возможно, он сейчас лукавит, и он случайно с VPN-ки вышел. Да, возможно, он некие боли сам себе придумывает. У него какой-нибудь хитрый билд macOS, да. Который там, как у меня, вот когда мы поставили и не могли со ScreenFlow записывать на первой бете Sierra. А хрен ли ты хотел, поставил первую бету, да. Sierra? Может быть, но как бы... Но как факт, у него есть проблема, вот, и он видит, что много чего... Он все страйки поймал. Да, он даже говорит, что вот, допустим, Prius мимо проехал, я, говорит, вспомнил, что Prius даже откатывали, у них там были проблемы, фикс бага, движок убивается. Ну вот такое, то есть он говорит, что у нас все не перфект сделано, то есть ни хрена. И говорит, ты вот осознаешь это все, у тебя есть куча граблей, на которых ты можешь наступить.
Вот это все целый день из дня в день. Вот он говорит, только в понедельник такое было. А во вторник еще хуже, да? Наваливается. Говорит, вот это стресс, вот это, говорит, депрессия, которая на тебя наваливается. Вроде бы как хочется что, сделать все идеально, но мы продолжаем делать все не идеально. Но стараемся сделать мир лучше, как он пишет. Без этого вон из профессии. Так ежедневно. Ну, вот самый главный вывод. Расскажите это детям. Пусть лучше цветы продают у перехода. Крепче спать будет. Ну вот да, вот так. Вот такая вот. Давай свое мнение выскажем. Дискуссионное. На самом деле, вот он сейчас зря это говорит, потому что, мне кажется, в каждой профессии есть такая какая-то депрессивная нотка. Можно ж везде словить то, что везде все не... МакКонахи везде можно словить. Да. Везде можешь понять, что все не идеально. В бухгалтерии можно словить ленивый банк, который проводку только на следующий день сделал. Или ленивых подрядчиков, которые просят отгрузить им металл уже сейчас, а бабки они пришлют завтра. Ну, тут реально, там как бы да вон, жизнь, она такая. Это просто надо детям сказать, что жизнь, она говно. Да. Но лучше этого не делать, потому что они это и сами поймут. Мне тоже кажется. Я не думаю, что они потом тебе скажут, блин, батя, что ты мне не сказал, что жизнь это говно? Они как бы поймут уже, и нормально будет. А то они скажут, а нахрена ты мне тогда сделал вообще, батя? Да, кстати, напишите в комментариях, какие вы... Где вы МакКонахи ловите, если вдруг вы не разработчик, а дизайнер? Кто-нибудь макет не тот прислал опять-то. Это просто слишком часто по жизни меняются компетенции у людей. Угу. И не все могут за этим просто успеть, уследить. И не все могут быть хорошими специалистами, потому что даже специалист-фотошопер, нельзя это передать из поколения в поколение. У меня еще дед в фотошопе круто делал. Нельзя, потому что, ну, как бы, даже ты в течение жизни должен переучиться с Corel на фотошоп, с фотошопа там на иллюстратор, с иллюстратора на скетч. А потом еще Adobe Experience Design какой-нибудь выйдет, ну... Просто быть компетентным в наше время довольно сложно, поэтому... Там продолжая про Apple Watch говорить, что новый Apple Watch там все будет для бегунов, для скалолазов. Сейчас ни слова для кого, простите. Ни слова про батарейку, ни слова пока. Ну, это если ты короткий какой-то бегун, спринтер. Для стайеров уже не подойдут, потому что разрядится стопудово. Но будем ждать. Я жду. Обычно про батарею просто в конце говорю. А, окей, ну ждем. Тем более, если это будет вау-эффект, что было 5 часов, а стало 35, то в натуре в конце, чтобы все с ним... Там еще Apple Watch Nike, как обычно, плюс, о, вот это все дерьмо. Классика. Shut up and take my money, короче, будет в конце, если будет батарея, но вряд ли. Ну, давай да. Дальше. Адаптивная верстка, да или нет, следующая тема из-за разработки. И это, собственно, с блога Яндекса, такая очень 101 статья, я бы так ее назвал. Такая прям для тех, кто вот не в теме. Для чайников. Для чайников. Делать ли мобильную версию? 5 распространенных проблем, которые решает адаптивная верстка. Опыт Яндекса. Ну, если у Яндекса такой опыт, то... Ну и вот. В общем, говорят, что с 2007-го, с нашего любимого года... Yes. Быстро растет количество используемых в мире смартфонов. А потому что в 2007-м iPhone первый вышел. Потому что надо вернуть 2007-й, чтобы снова все эти хорошие девайсы нас снова покорили. Снова нас, потому что я просто переключаюсь иногда и вижу, что пока ничего про батарею нет. Но тем не менее, короче, Яндекс пишет в своей статье о том, как нужно делать адаптивные сайты, потому что раз все уже на мобилах, то почему бы не сделать в 2016 году. 3 августа вышла статья, это свежак. Это не то, что мы читаем 2007 года. Да, нет, это нормальная да. тема. Здесь на скрине с Machine Magazine практически актуальная статья, какая-то вчера была. Ну и просто здесь есть такое небольшое вступление, что вот есть несколько методов, как подходить к тому, как делать мобильную верстку, адаптивную верстку, точнее. Можно делать там Progressive Enhancement, как мы и говорили, можно Graceful Degradation. 100 раз уже это обсуждали, все это было. Я сейчас здесь поставлю ссылочку, у нас опять ScreenFlow, я могу это делать. Посмотрите подкаст про Progressive Enhancement и Graceful Degradation, там круто. Наша любимая компания недавно созданном аккаунте в Twitter уже спалила iPhone 7 и уже удалила твит. Там что-то уже какие-то жесть на самом деле у Apple. Они там запостили быстренько, ну, удалили. У нас будет блок еще новостей про Apple, да, так что... Я не могу просто остановиться. Так вот, и короче, вот эти два подхода к адаптивной верстке, про которые говорит Яндекс, мы уже про них 100 раз говорили, они пойдут по второму пути, под Graceful Degradation. Давайте просто разберем. Вот у нас есть просто сайт, его нужно быстренько... сжать, уменьшить, так скажем, до размера экрана телефона, смартфона, tabled и т.д. и т.п. И он говорит... Я забегу вперед, я понял, почему они сделали Graceful Degradation. К этому методу прибегает, когда уже есть готовый сайт, что-то готовое и... Ну... Да, и они просто по легкому пути, у всех есть какой-то сайт, вот его надо сдеградировать. Да, редко кто прям с нуля, блин, нам нужен сайт. Ну да, конечно, Mobile First, как Progressive Enhancement, но это редко... Content First сразу, знаешь, вот так, все. Ну и вот, и здесь...
просто сказали, что да, нужно делать так. И на примере вот этих 5 проблем, о которых они говорят, кусочками кода объяснят, как избежать каких-то проблем и сделать адаптивную верстку. Вот проблема первая. Мелкие элементы управления и плохо различимый текст. Здесь просто рассказывают, что, блин, ну ты открываешь на телефоне сайт, и он там маленький, что-то надо в замочную скважину смотреть. Угу. Как это обойти? Надо сделать в хеде, добавить metaname viewport, контент там with равно device with initial scale 1, чтобы у вас, собственно, вся страница скейлилась, так скажем, до размера viewport вашего. И, ну, собственно, здесь все на скринах показано, что ширина видимой области 980 пикселей, ширина страницы 1200 пикселей, то есть вот просто она так уменьшается, и вы видите все, что видите. Но здесь пока ничего не сказано про текст, ничего, вы просто уменьшаете viewport. Да, после этого вам нужно, конечно же, сделать, чтобы весь контент соответствовал viewport, да, потому что претендуешь соответствовать. Конечно, и это в следующих пунктах. Вот проблема 2. Не все элементы помещаются на экране, появилась горизонтальная прокрутка. И вы понимаете, что реально, ну вы как бы уменьшили, но, блин, весь контент остался там позади, можно только проскроллить и прочитать все. Да еще все такое здоровое тебе просто на телефоне, это жесть. Вот, говорит, надо сделать, сейчас сделаем Max Width. Вот они объясняют, что вот есть какой-то у вас там section content, какой-то блок, и к нему стиль применяем Max Width 1200 пикселей. То есть это вот для такого экрана сжать до Max Width. Ну, в смысле, что по умолчанию ширина будет 100%, но когда ты ее увеличиваешь, на 1200 она останавливается. Ну, я думаю, что у нас как минимум верстальщики, как минимум компетенциями верстальщика обладают почти все слушатели, поэтому я думаю, они прям понимают. Понимают, о чем, да. Да. Третья проблема. Слишком крупный текст. То есть мы уменьшили все, вроде все помещается уже, но теперь текст такой, как будто у нас просто для слепых сайтов. Для этого применяем Media Queries, чтобы уменьшить, так скажем, текст. Ну и вообще любые блоки, на самом деле, ну, допустим, текст. Они говорят, вот давайте сделаем медиа-запрос такой, собака, at media all and max width 400 пикселей. То есть для размера экрана 400 пикселей. До 400. Да, для ширины. Да. До 400. Сделаем font size 36 пикселей. Ну и просто пусть у нас будет по дефолту 72 пикселя font size. То есть, если, короче, большая хрень, пусть будет 72 пикселя, то есть тоже здоровый такой. А если у нас маленький экранчик, пусть будет 36 пикселей. Все, вроде как все уменьшили. Да, даже просто медиа-запросами на самом деле большинство вещей уже можно сделать. Но здесь нам Яндекс расскажет, а вообще медиа-запросы, это что, так в сторону отскочишь, чтобы понятие пояснить? Да, медиа-запрос это просто... Даже я даже не знаю, как по-человечески это... Ну, какая-то функция, которая... то есть, условия. Просто, условия, да. Условия вот к чему-то, к какому-то элементу, сделать ему какое-то применение какого-то стиля. В зависимости от типа носителя и медиафункции. Там. Да. Ну, в общем, да. Ну и здесь, кстати, описаны все типы носителей основные, например. Хотя вы можете даже это к любому, там, какому-нибудь, там, точка, опять же, section, точка, там, хоть что. К любому, то есть, собака медиа... Ну да, а не будем сейчас углубляться по CSS-методологиям, как лучше их располагать, какие препроцессоры использовать. Базово используется main width, max width. Uh-huh. Ну, здесь почему-то про device width, device height это понятно. Orientation, да, landscape portrait. Uh-huh. Это по портретной или ландшафтной ориентации. Но есть еще про плотность пикселей для ретины. Uh-huh. Я на самом деле даже не помню на память, потому что мне миксины это все за меня делают. Но да, есть еще и те, которые просто для ретина экранов можно дописать отдельно. Да, и продолжая тему Media Queries, они рассказывают, что есть такие хрени, как REM. Представляешь, это единица измерения, как пиксель, только REM. Да, я здесь опять же сделаю маркер с подкастом про EMA и REM, где мы обсуждали относительные единицы измерения. Они даже расшифровывают, что REM это root EM, то есть EM вот это единица измерения, которая вообще самая дефолтная. Uh-huh. Вот. Типа ремы, которые зависят от размера элемента. От HTML, от размера, да. HTML. Да. Да, то есть можно задать, допустим, вот как здесь и есть пример, что в HTML задать, допустим, font size там, 10 пикселей, например. Uh-huh. А
А уже в, там, в header title, в header subtitle, допустим, менять ремы, то есть сделать там, ну, font size там 7,2 рема от font size 10 пикселей получается. Да, или, допустим, font size 4,2 рема от 10 пикселей. А потом уменьшить только в одном месте в HTML, и те, соответственно, уменьшатся тоже, да. Просто потому что они от него зависят. Да, ну вот это также играться со шрифтами, чтобы удобненько их скейлить. Чтобы в одном месте менять, да, но удобно, чем писать медиа-запросы для всех элементов. Я вот тоже ремы очень за это люблю. Но мы об этом, да, мы об этом как раз в том подкасте и говорили. Еще раз говорю, посмотрите, здесь справа есть восклицательный знак и все ссылочки. Четвертая проблема. Узкие элементы горизонтального списка. Ну да, то есть мы сделали такой уже сжимающийся сайт, все круто. Но у нас есть вот такие элементики, которые на просто на обычном десктопном расширении, разрешении, они выглядят нормально. Ну, они треть страницы да. занимают. А вот на мобиле это уже как бы дерьмо. Можно сделать легко. Можно, чтобы они были просто в строчку. И это сделать просто флоатом, как здесь и показано. То есть float left. Нет, float left это стандартные. Да, да, width 33, min width 265. Просто добавили минимальную ширину, и они уже, в принципе, обвалились нормально. Это, кстати, на мой взгляд, и не очень хороший кейс. Я все-таки делал бы ширину 100%, вообще отменял флотность, но они здесь нам советуют модный flexbox. Дальше они советуют, да, такую опцию. Ну, давайте типа, попробуем flexbox. Делаем типа display flex, flex контейнер некий, потом flex wrap, многострочный режим. Потом типа для item вот этих вот штучечек делаем flex basis 260 пикселей. То есть базовая ширина элемента, то есть вот одной вот этой штуки, которая будет. Uh-huh. Flex grow 1, типа что они могут растягиваться полностью. И max width 360 пикселей. То есть последний элемент не должен расползаться на всю ширину страницы в горизонтальной ориентации. Ну да, если это уже мы дальше расширяем, и больше, чем один входит, нужно, чтобы второй... Больше, ой, чем чтобы... один входит. Да, чтобы последний не растягивался до конца. Да, я, кстати, просто скажу, что про часы все сказали, про батарею ничего не сказали. Они выходят что-то с 9 сентября практически, предзаказ можно сделать. Ну, на сайте, может быть, потом. Но, опять же, раз не сказали, значит, нечем хвастаться. Значит, осталось на прежнем уровне, и значит, что-то как-то да, они не туда работают. Да, продолжаем. Здесь, короче, они следующим таким пунктом, а давайте, типа, чуть-чуть улучшим Flexbox, который мы написали. Уже как бы круто, уже круто. Но те вот элементы, которые находятся у нас, которые мы описали Flexbox, они не растягиваются полностью на всю ширину. Они будут просто, знаешь, по левому краю находиться. Давайте покруть сделаем. Да просто они меняют flex direction в зависимости от медиазапроса после 400 пикселей. И вместо колонн в колонку в ряд их да, устраивают. Картиночки, да, делают картиночку конкретно как иконочку так, слева. Ну да, да, и никаких как бы проблем с этим нет, но вот лично я Flexbox так до сих пор и не полюбил. Опять же сейчас будут хейтить в комментариях, вы там просто не умеете использовать. Да все мы умеем, просто, ну блин, кто-то так до конца и забивает там молотком обычным, или там, знаешь, задней стороной топора гвозди, потому что он так привык и ему удобно. Там седьмой iPhone продолжи, как удобно, седьмой iPhone уже пошел. Uh-huh. Да, пятая. У нас пятая пока только проблема, не седьмая, но пятая. Фотографии некрасиво вписываются в экран. То есть мы все сделали. У нас есть нормально выглядящий текста. У нас есть, короче, да, все, даже в списочке нормально сделали. А теперь картиночки. Финальный штрих, как здесь пишут. Мы тоже, опять же, мы используем viewport height, вот эти вот единицы. Размер. Измерение, да. Да, да. Единицы измерения. И делаем, допустим. Для вот image, то есть для картиночки, высоту 100 вот этих viewport, VH. Так, все, по высоте нормально вписали. Да. Потом, короче, сделали max width 100%. Ее сжало, естественно. Да, потом object fit cover, чтобы ее как бы так разхренакало равномерненько. Да, да, да. Да. Ну, типа, в итоге красиво вписать картинку в мобильный экран можно всего тремя свойствами, вот которые мы описали. Но они говорят, что... Мы с тобой вот до этого обсуждали про Object Fit, что Object Fit это такая хрень, которая не везде работает. Ну, конкретно на веб-дизайне я это делал, полагался прям на нее сильно, чтобы баннеры везде одинаково, так скажем, занимали место без бэкграундов, но чтобы контент внутри них как-то там стягивался или по вертикали, или по горизонтали. Мало того, что в E11 там и в Edge'ах не очень работает. Угу. Так еще и где-то еще у меня отваливалось. Ну, понятно, в какой-нибудь 12-й опере. Ну, в общем, реально, это прям...
Это нужно делать не для основных каких-то, не для основного функционала, хотя, опять же, может быть, динозаврами нас назовут, но вот да. Ну вот такая вот заключение, типа, делайте круто адаптивно, вот ссылочки там, ссылочки стандартные на Bootstrap, на Foundation, т.п. На самом деле просто нас учат самым последним новым технологиям, и недалеко уже будет то поколение верстальщиков, которые только Flexbox уже и знают. А что, как-то по-другому раньше делали? Да, да. И для них верстать флотами, это как для нас верстать таблицами будет. Так же прикольно. Да. Так что... Ну что, мы там продолжаем дальше? У нас там что-то как-то с вопросиком тема, но я так понимаю... С вопросиком это в смысле, я не знал, впишется она или нет в... Знаешь, как вот, когда вот про музыку идет речь, говорят, типа, определяем звучание альбома. Вот я звучание подкаста, когда определял, я думал, будет вообще или нет. Но... Когда Тим Кук определял, он сделал все-таки две камеры на iPhone 7. Во всех или нет? Я помню, у меня батя все думал, будет только это в старшей модели или все-таки... Я не знаю, но здесь везде две камеры abomination, вообще до свидос. То есть прям противно выглядит? Не, выглядит нормально, стильно, как надо. Прям реально две камеры, одна маленькая, одна большая. Это лучший iPhone, который мы создавали, там конец цитаты от Фила Шиллера. Ну ладно, это все здорово, а мы к Крису Койру, толстые новости. Давай. В принципе, говорит, вы можете изобрести свой собственный странный язык для CSS там с атрибутами и атрибутивными селекторами. Угу. Это такое прям... практическая темка. Можно же, говорит, просто написать любые атрибуты, типа fencing, ebit dotty. Типа, так скажем, окантовочка немножечко в точечку. Вот так вот. И потом в CSS выловить, если атрибут fencing равен ebit dotty, то написать 2 пикселя dotted black. Если allot dotty сильно в точечку, то 4-пиксельные точки поставить dotted black. Можно, говорит, в принципе, разделить. Если есть fencing, есть какая-то окантовочка, border color black написать. Если dotted, то dotted. Если bit 2 пикселя, а lot 4 пикселя. В принципе, можно изгаляться как хочешь, он имеет в виду. И играться. То есть у нас была с тобой тема, что разработчики депрессия, что, в принципе, слишком много надо всего там проверять, чтобы все работало и так далее, тебя не подводило. Но есть и место творчеству. Мы здесь, и у нас и позитивные темы есть. То есть можно, в принципе, выдумывать любую хреновину, любую свою методологию, и это будет даже и прикольно. Конечно, странно, но прикольно. Можно даже вот всякий бред делать, типа стайл у пешечки, и туда писать определенные через запятую, ну, как бы, как классы, на самом деле. Не вижу ничего в этом другого, как классы через пробел, но вот здесь через запятые тоже кусочки, и потом их разделять. Если есть full width, то width 100%. Если есть словосочетание 3 quarters width, то 75%, 3 четверти. Ну и так далее. Он зачем это делает? Ну то есть это то же самое, как выбрать собственные классы, там gray background или там background там gray. То есть, ну, методологии нас учат по классам это делать. Но вот пришло, вот он, возможно, сидел тихим он вечером. Он сидел, возможно. Да, возможно, сидел и да. И придумал в теплым вечером в Милуоке, в том, что можно же, блин, не классами, а просто атрибутами делать. Есть же атрибутивные селекторы. И похрену, что на самом деле селектор атрибут fencing будет невалидный. Надо через data fencing делать, чтобы было валидный. Ну, неважно. Здесь, в принципе, можно уже изгаляться как хочешь. Он даже демки запилил на CodePen, которые, в принципе, нам показывают, что нет ничего запрещенного, ничего запретного. Можно толерантно к любым вот таким изгалениям относиться, и будет прикольно. Не знаю. Кстати, он говорит... Кроме шуток, некоторые вещи, которые уже в продакшене, например, Flex Layout Attribute, библиотечечка, они уже используют подобные вещи, используют атрибуты Layout, например, Self, и через них тоже уже что-то присваивают. Ну, дуракам закон не писан, что называется. Бывают и другие. Есть чуваки, которые, например, атрибут Box используют и используют юникодовые символы, например, стрелочки, квадратики. И в зависимости от этого, если стрелочка вверх, padding top 20 пикселей. Ну и осталось только там на сердечко еще что-нибудь повесить, там просто чтобы цвет красный, там скругленные эти. Но, блин, опять же, изгаляются как могут, но вот... Ты понимаешь, что вода и пыль непроницаемый корпус в айфоне будет? Все уже. Можно в унитаз наконец-то ронять. Наконец-то. Я имею в виду в пыль. У нас же пыльный унитаз. Так вот. Он говорит, в принципе, то же самое, что Atomic CSS, но вот просто ему вот так в голову это пришло. Такой у нас Крис Койер сегодня. Не сильно долгий, но да.
А, все, что ли, уже? Я, да, во-первых, все. Я думаю, это же... Помнишь, у нас была с тобой пару подкастов, добрая традиция ставить на паузу запись и, типа, там, пройтись, размяться. Да, можно, можно уже. И да. Чтобы наши зрители, слушатели тоже поставили на паузу. И, кстати, я помню, нам говорили, блин, чуваки, вы когда монтируете, вы тоже паузу какую-нибудь сделаете, а то вы ставите на паузу, я даже не успел на паузу поставить, как вы уже дальше хреначите. Поэтому, да, ставим на паузу, не переключайтесь, хотя вы и не можете, и мы будем, как бы, уже через какое-то время снова в эфире. Такая вот и тема сейчас. Так, да, мы снова в эфире, у нас закончилось все Крисом Койером, и мы переходим к Apple. Мы как бы про них сегодня базарим и базарим. Они у нас прям красной нитью, или я не знаю какой. Какой? Голубой нитью у нас, да, во-первых, голубой, во-вторых, Jet Black нитью. Jet Black нитью. Кто понимает, два черных айфона будет. Не просто с двумя камерами. Да, не просто черный, а Jet черный, реактивно черный. Ну и золотой, конечно же, и розовый. Ну, куда ж без него. Ну давай, к теме про старичков, на самом деле. Да, у нас тема о том, что на самом деле Apple уже давным-давно работает в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Угу. Кстати, вот на 7-м айфоне они сказали, что... В статье написано, что Apple не очень спекулирует по поводу машинного обучения. То есть они его же дохрена где используют, но мало об этом говорят. Что типа... Ну ладно, сейчас обо всем по порядку. Давай, ты главное фотографии показывай. Да, фотографии мы видим ADQ. Я уже... Хрен, не помню их титулы. Слева IDQ, справа Крейг Федериги. Ну, конечно, сеньоры они. Они сеньоры полные. Крейг Федериги, по-моему, по софту. IDQ по какому-нибудь, я не знаю, харду. Ну, только он не по харду, на самом деле. Если вы понимаете, о чем я. Да, он в New Balance прям по харду сидит. И два старика — это чуваки, которые за Siri ответственны. Которых Apple, видимо, в 2010 году купила. Так, ну вот эти два старика, средние. Да, средние, так скажем. Для тех, кто не знает. Да, наши слушатели обязательно посмотрите потом в эфире, просто ADQ не передать словами, какой он холеный уже, прям... Он очень харизматичный, действительно, он даже молча, сидя просто на столе, он, блин, харизматичный. Я просто сейчас вот понимаю, что ADQ, Крейг Федериги, у них уже какая-то одни итальяшки в Apple. Да, да. Они уже держат там всей Сицилии, все мафия. Это. Да. Ладно. Вообще, статья... Она о том, что чувак из backchannel.com, главный редактор Стивен Леви. С заднего канала.com. Да. Он сходил в Apple. На... как в туалет. Да, как под себя на самом деле. Так вот он сходил в Apple на прием. И он именно пришел практически с вопросом. Блин, мужики, вы делаете вообще машинное обучение, искусственный интеллект? Сейчас же у всех там нейросети туда-сюда. И вот, говорит, меня четверо дядек встретили и говорят, блин, слышь, чувак, мы, да, мы давно уже делаем, но мы не афишируем. И на самом деле это практически, а здесь очень подробная статья, прям интервью, опять ADQ, на фотографиях, наши слушатели обязательно посмотрите, хотя бы вот эту новость, тут круто. Так вот, и мы, говорит, на самом деле давным-давно уже ее используем, еще когда Стив в 97 году отменил такие девайсы, как Ньютон. Если помнишь, были такие планшеты, которые он сказал, все, вот это говно не делаем, начинаем делать реальный дил. И сделали Mac первый. Uh-huh. Или не первый там, неважно. Они уже тогда распознавали почерки, и уже у них были некоторые наработки в алгоритмах. Я вот, мне сразу вспоминается еще ролик Игоря Ашманова, председателя компании и генерального директора Ашманов и партнера, который искусственным интеллектом тоже занимается. Он нам говорил, что в принципе искусственный интеллект — это такая вещь, которая... Пока ее как бы нету какого-то алгоритма, это прям искусственный интеллект. Как только он есть, это все обыденность. То есть, например, словарь Т9, когда-то это был искусственный интеллект, а теперь это для нас просто словарь Т9. Uh-huh. Face recognition, то есть узнавание лиц на фотографиях, когда-то это был искусственный интеллект, еще только разрабатывали эти алгоритмы, а сейчас это уже просто распознавание, это просто в приложении камера у нас есть. То есть искусственный интеллект, он не является чем-то таким, как Skynet, страшным там и так далее, и машинное обучение. Это просто алгоритмы, просто определенные алгоритмы, которые ничего за этим не стоит. Ну, как бы нас Игорь, опять же, Ашманов, да, он нас всегда успокаивает, что нет никакого там злого умысла, это просто алгоритмы. Угу. Да, некоторые из них могут там оказаться бесчеловечными и так далее, но суть просто в том, что это алгоритмы, и всегда можно это прекратить, угу, как ремонт. Вот, и ребята из Apple так и говорят, вообще-то как бы началось все, конечно, может быть, с Siri, так вот именно... По маркетологический искусственный интеллект в 2014 году, когда они ее уже подключили.
Но по факту уже везде используется у них искусственный интеллект. Вот от распознавания лиц до вот этих вот микро-взаимодействий, которые типа открываешь шторку контрол-центра сверху, точнее центр уведомлений. И даваешь его дома, кстати, 12 минут. Откуда он знает, где мой дом? Какого хрена? Я вообще не понимаю. Ну вот, вот это все машинное обучение. Он просто понимает, где ты ночью находишься, там, скорее всего, твой дом. Он просто часто, он не дом говорит, а просто вы до ближайшего пункта назначения туда. Да, да. Или вот в субботу ты ездишь к родителям постоянно. Он говорит, ваша, кстати, сейчас дорога до улицы братьев Кошириных, она вот столько-то займет. Столько-то займет, да. Ты такой думаешь, блин. Это что это? Это сам, это или плохо? Сам этот, Эдди Кью за мной смотрит? Да, и на самом деле, раз уж мы говорили про Apple Watch, даже их алгоритмы по поводу пульса и так далее, они улучшаются со временем. Как пульс. Да, как и ваш пульс, собственно. Время встать там, походить, вот это все, оно каждый раз подстраивается именно под вас. И на самом деле не только под вас, оно эту всю информацию как там... То есть если вы жирный ублюдок, вам вообще не будут говорить встать. Или наоборот, будут так задолбать, пока вы просто не отключите себе Apple Watch, потому что они еще и разрядились. И похрена. То есть все вещи, они будут прям уникальны именно для вас. И это и есть машинное обучение, оно давно уже есть у Apple. И вот в этом интервью они говорят, мы типа на самом деле не бравируем этим, там никаких нет у нас по поводу этого маркетологических прям заявок. А вот оказывается есть. В 7-м iPhone они сказали, в процессоре есть машинное обучение. Хотя оно там на самом деле уже давно есть, это просто алгоритм, еще раз говорим. Поэтому почитайте статью, если вас это интересует. Прям она во многих рассылках прошла на backchannel.com. Потому что вот прям чувака этого, главного редактора, позвали взять у них интервью, и все круто. И на самом деле Apple так кокетничает и говорит, мы даже сами иногда удивляемся, насколько круто срабатывает алгоритмы, насколько круто они уже там четко все предсказывают и так далее. Он уже сам, по-моему, не живет своей жизнью. Да, да, ему уже что iPhone советует, он то и делает, и он каждый раз сам говорит, а теперь пожри, Фил. Он ни хрена, пожрать не. Да, это как в этом, как в том анекдоте. Черт, что же там было-то про ФСБ? Кстати, каким глазом я моргнул? Шоколадным. Вот так же. Да. Я просто хочу опять же вклиниться. Там две камеры, это только на 7 плюс айфонах. И там, короче, оптический зум без потери качества. Там уже басраться можно что делать. То есть, на самом деле, две камеры нужны, чтобы ты мог в пределах чуть-чуть приблизить, как на зеркалке объектив, да, покрутил. Как крутить. Да, да. Ну, здорово. Ну и просто, чтобы тебе все девочки говорили, вау, у тебя две камеры, сфоткай меня. Давай. Да. И, кстати, на селфи-палку теперь придется не передней камерой, а задней поворачивать айфон. Да, не, ну там передняя тоже 7 пикселей, там обосраться, что, сильная. Блин, круто. Скайпиться можно будет. Да. Здесь да. На фотографиях, опять же, слушатели, посмотрите, старики объясняют Крейгу Федерике, причем ну, чуть ли не на пустом экране. Тут смешно, на самом деле, просто белая доска отбликивает. Угу. Кажется, они на пустой доске уже что-то объясняют. Но они как пишут, как обычно, на файлике. Да, да, да. Как на фотках депутатов. Ну и на самом деле, да, они говорят, что они давно уже, у них есть machine learning. Угу. И просто это крутые алгоритмы, и у нас просто очень крутые теперь устройства у Apple и вообще. Угу. Ну, как бы, следите за... Типа, они говорят, ваши устройства, там, айфоны, майки будут вас еще удивлять. Вы прям следите за ними. Мы еще и выкатываем это аккуратно. Кстати, они здесь вот предпочитают думать, что они все-таки, когда получают какую-то информацию, ну, то есть от всех устройств, чтобы улучшать. Они что, получают информацию? К сожалению, да. Они уважают нашу приватность. Давай. То есть, возможно, конечно, они разрабатывают тайный алгоритм, который не только лица, но и половые органы распознает. Но они не подписывают, чьи половые органы участвовали в отборе там и так далее. Поэтому, да, почитайте статью, если вам это интересно. Она гигантская, и я вот даже не буду кривить душой, я прочту ее завтра. Но... Я половину прочитал, мне очень интересно, дальше я уже... Смотря по заголовкам, по выводам и так далее. Но тут даже... Ну, это интервью. То есть там прям каждый чувак, там даже Крейг Федерики говорит, что типа... Мы вообще и внутри даже говорим, а вот надо ли нам контролировать вот это все? И вопрос в чем? А вдруг, если Apple слишком много сделает machine learning, будут факапы? Uh-huh. То есть вдруг будет неправильно iPhone что-то подсказывать? И наш ведь Apple-ский... как это там? Забыл. Что упадет у них? Кто? Ну, Apple-овский
Престиж, как это? У них акцию было. Ну, короче, да. То есть, вдруг iPhone начнет коряво подсказывать, за то, что алгоритм собьется. И все будут, фу, Apple говно, скатились. Вот мы, говорит, пытаемся балансировать и выкатывать только те алгоритмы, которые уже стопудово работают. Отлично. Так что да, давай дальше. Продолжая опять же тему Apple, перейдем по следующей ссылке на twitter.com/apple. И оказывается, очень старый твиттер Apple, который они завели еще в 2011 году. Это, по-моему, позже, чем мы на 2 года, наверное. Да, да, мы в 9-м. Да, то есть они достаточно тоже думали, ждали. Они-то наверняка знали про твиттер еще раньше нас, но тем не менее. Завели, ничего не писали, держались, мужики. На них уже 459 тысяч подписалось. Хотя, по-моему, сегодня с утра было 300 тысяч. Было 300 с чем-то, да. Да, то есть они их активно сейчас подписываются. И они, видимо, там что-то сейчас запостят, потому что все прям ждут. Вроде как запостили фотку, но потом быстренько удалили. Что-то, короче, они там потелкали. Какие-то движухи, да, происходят. Постят, постят и удаляют. Аватарки еще утром тоже не было. Было яичко. И не было verified аккаунт. К чему-то готовятся. Возможно, да. Возможно, да. Ну, в общем, вот такая вам искрометная, быстрая новость. И мы переходим к нашей любимой новости. Главная новость. Вы ждали ее всю. Что же планируется в M1D 4.0? Да. По-любому, я уверен, что это станет просто краеугольным камнем подкаста. Пишите комментарии, пожалуйста, потому что вас очень интересует M1D, который будет в новом Unicode, вот в этом вот. Version, Unicode M1D version 4.0, я еще раз вам повторяю, но, короче, что будет? Очень сильно 5 features, которые они вводят, новые M1D, нового стандартно, гендерные M1D, это, вы понимаете, что, ну-ка, здесь можно сразу на картиночке? Да, можно, давай, гендерные M1D, сразу. Значит, есть такая как бы девочка и мальчик с ручкой. Я не очень понимаю, что здесь гендерного, но тем не менее. Есть... В смысле, гендерное то, что у всех эмодзи теперь есть у женских. Мужик и баба. Вот, знаешь, там всякие женские, типа там ручку поднимают, там причесываются, отрезают. Вот у них у всех будут теперь мужские варианты. Да. Вот, мужской вариант везде, где причесочку, да. Вот. К сожалению, будет мужской вариант заячьих ушек и костюмчиков. Я, подожди, давай не будем спешить. Ладно, нет, ладно, мне извините. Очень смешно, что и будет девочка, этот... Лондонский офицер. Мне кажется, что такое нельзя. Вот я не знаю точно традиций, но мне кажется, такого нельзя. Да, возможно, Unicode, они уже прям даже... Они уже обскакали просто в любой бред. Обскакали жизнь. Уже в жизни нельзя, в Unicode можно. Да. Ну, девочка-мальчик бегают, это понятно, просто на пробежке, спортивные такие эмодзи. Коп. Коп-девочка тоже, почему бы нет, копа-девочка. Раньше был только мужик. Еще и, наверное, цвет лица у них можно будет уже у копов и у девочек. Черные, конечно, да. Черная девочка, коп, блин. Это отлично вообще, это прям. Да. Вот, и вот этот вот последний, как бы, я не знаю даже как комментировать это, вот этот вот дуэт из мальчиков-зайчиков, который добавился к нам. Были девочки, естественно, да, но это, в принципе, ничего, ня-ня-няшно. Но вот мальчики, я, особенно черные мальчики, зайчики, это вообще отлично, я считаю. Ну, кстати, в iOS 10 бета, который я тоже накатывал, последний, ну я все паблик беты накатывал, да, там действительно, там многие уже изменены, то есть там даже где чувачки держатся за руки, я не имею в виду однополых, хотя бы обои полых, они прям перерисовали, раньше были такие ня-ня-ня, а сейчас такие вытянутые, слишком реальные. О-о-о. Мне не нравится. Там уже реализм пошел. Да, да, там реализм. Профессии добавили, профессии, несколько. Я так понимаю, это все, которые представлены, или еще будут какие-то? Это Apple предлагали какие? Художников, космонавтов, пожарных, судей и кто это еще? И, видимо, летчиков. Бортпроводники, да, или именно пилоты. Да. Мне тебе кто больше по душе из этих людей? Только честно. Давай, пожарник баба. Слушай, пожарник баба мило, кстати, на самом деле. Но я же недавно на самолете летал, я просто вот формы пилота. Она согласен, она такая прям пропагандирующая, 41-45 мужик, да, нормально, да. Фуражечки. Орлы, все четко, нас не закроют, потому что мы ничего не нет. Но, мужик с усиками, надо отдать должное. Усики отлично смотрятся, я согласен. Ты имеешь в виду усики, которые у пожарного, которые роскошные? Конечно же нет, которые у художника. Блин, мне сразу вспоминается команда КВН Курск. Так. И там Якушев, когда у них были именно миниатюры с художником, он рисовал, он да. Тоже беретик надевал. Да, у него да. Усики, по-моему, нет, но да, это прикольно. Окей. После профессии мы продолжаем нашу главную тему. Вы не переключайтесь, обязательно слушайте дальше.
новые флаги. И самый главный новый флаг, которым будут все пользоваться наши подписчики, это, конечно же, Rainbow Flag MZ. Как вы понимаете, о чем я, если понимаете. Это знак, тот самый символ LGBT. То есть ликер, guns, bacon and tits, как вы понимаете, да? Дальше, MZ Upgrade. Как я понимаю, будут вот эти знаки, точнее, их улучшат. Вот эти female sign, male sign и знак вот медиков или наркоманов. Медиков. Вообще типа эскулапов, древних медиков. Окей, хорошо. Да, я так понимаю. Древние медики. Древних медиков улучшат, видимо. Но они низкокачественные были. Низкополигональные. Возможно, улучшат такие значки, вот эти вот, те, которые... Французские лили, атомный да, знак, да, 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 другие да. какие-то знаки. Вот. Дальше какая-то там поддержка, я даже уже не вникал, что там дальше. Ну, в общем, вы понимаете, улучшение MZ. Нет, дальше как раз цвета кожи, и что, типа, добавить цвета кожи еще для кучи всего. И здесь ты, обрати внимание, как раз Man and Woman Holding Hands новые. Вспомни, какие раньше были. Да. Были да. такие прикольные приплюснутые человечки. А вот это вот оно сейчас будет. А теперь вот такие дерьмовые. Уже сейчас у меня в бете такие. О. Вообще прям оно я. Оно же даже не в стиль. Оно вообще. Так там, знаешь, там все теперь в этом стиле просто. А вот дерьмо. То есть они какой-то слишком реализм, и это фу-фу-фу. Я согласен, я согласен. Что-то как-то катится куда-то это все. Эмодзи-то, наша любимая тема, громкая. На самом деле... Тартарары, я бы даже хотел сказать. Не туда, куда вы подумали. А мы стереодинамики на iPhone 7, я просто... Блин, правда. Оранжевое сердце еще будет. Вот это я не понял нахрена. Ну просто, я не знаю, красное есть, желтое есть, почему не сделать оранжевое? А я понимаю, зачем это сделано. Он, наверное, участвует в том самом флаге. Ты имеешь в виду, чтобы можно было сердцами флаг... Чтобы ты мог выложить вообще полностью все, да. Ну так, собственно, там же радуга. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Вот они и забыли про этот цвет и такие думают, кстати, где нету? В радужном флаге нет голубого. Есть только синий. Хотя нет, есть. В сердечках тоже есть синий. Подожди, подожди, нет именно разделения между голубым и синим, есть только синий. То есть не аудио все... Аудио через Lightning. Это новые гарнитуры надо покупать. Yes, там везде это сильно, все, аудиовыход, там очень много сразу пошло. Да, аудиовыход через Lightning, все, переходник бесплатен. Че? Да, с джека на Lightning. То есть есть переходник, понятно. Ну, тогда еще чуть-чуть более или менее. Ой. Хотя вот это лишняя хреновина. Ну, в общем, изгаляется. Ладно, у нас дальше рубрика WordPress. WordPress. Воу, нотификации у нас сейчас пойдут. Да, браузерные нотификации добавили на WordPress.com. Ждем их уже в Jetpack. Мы все помним, что Jetpack зеркалирует функционал WordPress.com. Уже давно были мобильные нотификации в приложениях. Опять же, если Jetpack установлен, то коннектить можно было приложение к сайту. Теперь есть браузерные нотификации. И есть настройки, что... О чем уведомлять? Новые комментарии, лайки для комментариев, лайки для постов, если кто-то следует, какие-то ачивменты, очевидно, есть такие уже на WordPress.com, и меншны, сколько раз вас упоминают, где там, под какими постами и так далее. Не знаю, что еще здесь сказать, но вот такая вот житуха. Ну, кстати, опять же, если говорить о каких-то open-source решениях, то есть, например, WebPush библиотека для PHP, на которой можно свое что-нибудь накодить. Можно взять код для сервис-вокеров в репозитории wp-calypso от Automatica на GitHub, то есть можно позаимствовать. На самом деле есть и просто плагины типа wp push notifications, и они тоже нормально работают, поэтому тут как бы все, что хотите. Мы свое мнение, кстати, высказываем. Про эмодзи-то мы не высказали. О, эмодзи, это хотя, вообще... ну, новые эмодзи не очень, вот. Не очень. WordPress 4.7 начинается разработка. 4.6 был релиз, когда я уехал в отпуск в августе, в середине. И вот теперь появились уже слухи о том, что будет WordPress 4.7. Расценивают возможность добавить новую дефолтную тему 2017, понятное дело. Еще не знают, ну как бы обычно должен в последнем релизе года темку выкладывают. И, скорее всего, это и будет последним релизом года, и поэтому да, ну, ждем. Наконец-то хотят REST API доделать WordPress 4.7. Посмотрим. Я помню, раньше они обсуждали какую-то новую работу с юзерами, группами и так далее. Угу.
Там наушники без проводов просто, я вижу уже. Там AirPods будет полностью беспроводные. Они как эти, как слуховые аппараты, да, просто вкладываются? Да, просто, да. В смысле, там реально оба наушнички беспроводные. Там просто пока в коробочке они лежат, вот две штучечки. Я не очень понимаю, что там, но будущее без проводов, говорит Джонни Айв. Блин. Ладно, возвращаемся. 4.7. Да. Работа с юзерами и группами. Всем же не нравится, что нельзя группы делать. Есть юзер-мета, но этого недостаточно. Хотели переработать, но вот сейчас здесь мы не видим как-то в слухах, что будет. Есть wish-list. Что собираются обсудить? Лучшую организацию для медиафайлов. Давно, на самом деле, вот в Битриксе, не к столу будет сказано. Не к ночи будет помянуто. Да, есть организация медиабиблиотеки по папкам, там, как хотите. Так. В WordPress все еще этого нет. Так. Здесь хотя бы хотят добавить поиск или какие-то теги, чтобы можно было тегировать картинки, там, это там про iPhone, там, это, я не знаю, про iPad. Ну вот да. Кроме этого, хотят добавить лучший кастомайзер опять, чтобы там что-нибудь помедленнее, побыстрее, чтобы можно было темы прям в кастомайзере устанавливать. Угу. Всякая хреновина на самом деле, но вот ждем, ждем. Первую бету хотят 26 октября запустить. Я тебе там прислал хреновину, как это выглядит там смешно. Ладно, потом посмотрю. Астрономы зафиксировали очень странный космический сигнал, между прочим, у нас дальше. У нас, да, у нас впереди самая неподготовленная тема, как все любят. Вы же за этим приходите в подкасты, чтобы слушать, как я, ну там полетела ракета. Как ты мямлишь в научпопе. Как я мямлю в научпопе, все приходят. Странный сигнал, makingscience.ru, сегодня у нас голая наука. И так, так вот, астрономы зафиксировали очень странный космический сигнал. На самом деле это не очень свежая тема, то есть тема-то от 30 августа появилась. Но ученые из России зафиксировали чрезвычайно странный космический сигнал, его уже успели связать с возможной активностью инопланетной цивилизации. И вот этот вот сигнал был с помощью радиотелескопа Ротан 600 зафиксирован. Мы уже говорили про этот Ротан 600, и все уже ржали, да, на 100 раз. Вот. Это еще произошло в 2015 году, и эта хренотень, которая излучает сигнал, это звездная система HD 164.5. Простите, может быть, не HD. Возможно, это никак к HD не относится, но тем не менее, HD 164.5.95, и позвонить по номеру и заказать две духовки сразу. И можно. Только если сейчас эту книжку с рецептами в подарок, все как надо. Да. Вот. Отличительной особенностью послания стала его чрезвычайная высокая мощность, то есть пацаны зовут нас с HD. Сигнал был приблизительно 8-10 раз ярче типичного пульсара. Вы все знаете, как типичный пульсар. Не 80, пульсар. А 8-10. 8-10, да. Вы знаете, как пульсар же? Ну, пульсирует пульсар. Конечно, ты в окно выглядишь каждый день, занавешить хочется прям. А тут, представляешь, 8-10 раз ярче. Да, ученые затрудняются назвать природу явления. При этом они заявляют, что его невозможно объяснить влиянием шумов или помех. Хрен его знает. Короче говоря, вот, русские, они сразу всем написали. Даже Полу Гилстеру, астроному, какому-то крутому чуваку, он немножко сразу осветил, он сразу стуканул всем, рассказ общественности сразу. Сочился, а? Вот да. Всегда один какой-нибудь Пол всегда что-нибудь доскажет. Ну вот, он говорит, что... А тут даже не то, что он что-то говорит, а просто, что вот это HD 164.5.595 является аналогом Солнца, то есть это та же самая звезда, вокруг которой вертятся, видимо, какие-то тела, возможно. Расположена относительно близко по астрономическим меркам. Угу. Вот, на удалении 95 световых лет от нас. Наверное, это близко, я не знаю. Ну, как бы сказать, все равно не долетим. Но нормально, не Альфа Центавра, который вообще хрен где. Угу. В 2015 же нас обнаружили еще планету около него. Угу. И прям вот, да, экзопланета. Как экзоскелет. Да. Чрезвычайно высокая мощность сигнала говорит о том, что его, вероятно, не могла оставить цивилизация, похожая на земную. То есть это... Я так понимаю, не то, что они что-то излучали. То есть источник послания может быть цивилизация второго или третьего типа по шкале Кардашова. Ты знаешь шкалу Кардашова? Я только Кардашин знаю шкалу. Ох, у нее там шкала. Да, я согласен. То есть это, видимо, какие-то, короче, все, зерги уже. Скорее всего. Потому что они полностью энергию звезды освоили. Могут с помощью звезды прям отсылать всякую хрень. Или Дарт Вейдер. Одно из одного. Старкиллер, ты имеешь в виду, это база, первый орден? Да. Отметим, что в настоящее время особое внимание охотников за пришельцами привлекает загадочная мерцающая звезда Кик
KIC 8462852. Некоторые ученые постарались найти этому явлению простое объяснение. Здесь нас в другую статью пытаются перелинковать к себе. Но мы не собьемся, на самом деле. Теперь за HD 164-595 наблюдает не Ротан, а ATA телескоп. И он является основным инструментом SETI компании, которая будет за этим наблюдать, так что ждем. Не Ротан, а Жапан. Так вот, Филы найден. Очень так вот у нас написано. Мы все знаем, что у нас уже объяснили. Вот эта тема, мы ее разжевывали. И там она называлась не Филы, а Филя практически. Очень так мягонько, очень так... Филе. Филе, да. Но Филе это реальное название, да. А вот именно Филя, там сильно называли. Тоже, по-моему, это было на Geek Times. Но это был не этот чувак, а другой, который более любитель, видимо, более задрот по космосу. И он прям так, прям душевненько называл Филя. И вот этот Филь, такой спутник, который летел на ракете Розетта, как я понимаю, потому что здесь тоже про эту Розетту пишут. Mm-hmm. По-моему, это да, именно он, ракета. Он, Розетта его довела, а он от нее отделился, как зонд, и пошел туда уже на пошел, комету. На да, вот на эту комету 67R Чурюмова-Герасименко, и он пропал там. Он потому пропал. Что повернулась, по-моему, комета, и к нему уже... И у него батареи разрядились. Короче, именно у него же солнечные батареи. И вот так комета повернулась, что солнце не доставало, и он, типа, мог затухнуть, и все. Да, и он практически как избушка к задом передом повернулась. Да. И Филе пропал. Филя пропал, и была такая, знаешь, статья такая душевная. Где он, что он, были последние снимки, мы его потеряли, Розетта, хренета, она туда, он туда. Да, в общем, да. Практически такой был роман, новелла такая была про Филе. И вот оказывается, что, извините, нашли его. И Розетта, точнее, сама достучалась, она там очень близко подлетела, на 2,7 километра к ракете. Фу, к ракете, к комете. Подлетела и реально зафиксировала самого. Он там что-то тусует между скал, тун-тун-тун, угу. Что-то делает. Я так понимаю, она камерой только его сфоткала. То есть она не то, что какие-то данные с него захавала. Да, просто заметила. Просто его, заметила. Да, ну ты представляешь, что там надо? Вот среди вот этих всех гор заметить вот этот вот маленький... Там написано, что 1 сантиметр на фотографии, 1 пиксель точнее, это 5 сантиметров на поверхности. Довольно четкая фотография, и на самом деле сама миссия Розетты, несмотря на... То, что Филы уже не выполняет, так скажем, свою работу, она вот 30 сентября войдет в окончательную стадию и прям на столкновение с кометой направят, а пока будут сталкиваться, подробные фотографии будут близенькие. Да, сейчас же уже 2016 год, то есть они похрен, они ее как камикадзе, пусть она взорвется там. Ну, видимо, да. Возможно, да. Сейчас поправят, ни хрена там, типа, на столкновение. Это значит, на космическом языке это означает, там, пройдет рядом как-нибудь там. В бреющем полете. Я не знаю, да, напишите, кстати, в комментариях, кто у нас сидит в этих, в аквалангах, хотел сказать, слушает нас. В скафандрах. В скафандрах, да. Ну и в аквалангах тоже. Вот, Жак Ив Кусто. Я что просто хочу сказать, что вот такая мини-история, такая драма небольшая разворачивается с этим Филей. И непонятно, что мы там добудем. А вдруг там будет что-то, опять же, про то, что... Вот про вот этих вот пацанов с HD. Да, непонятно вообще, что там в регионе Маат. Да. Какой-то финский регион. Но это мат, это какой-то опять страшно звучит, как будто там есть какие-то матцы, которые бегают да, с пушками. Да, с винтовками, ну. Да, с винтовками наперевес. И делают телефоны с двумя камерами и с беспроводными наушниками такие. Возможно, они уже с такими ходят. Не дай бог. Да, по-моему, сейчас последняя тема из научпопа, крайняя тема. Как вот некоторые не любят говорить крайняя, а некоторые любят говорить крайняя. Тут просто с точки зрения русского языка крайняя говорит некорректно. Некорректно. Это же десантники придумали. Чтобы не говорить, кто последний выпрыгивает из самолета, потому что последний примета. Это плохая примета. Но у них крайний разумно, потому что он реально крайний. Ага. А уже вот говорить уже просто там крайний подкаст, это, ну, это неправильно. Окей. Потому что он не стоит с края. Ну и вот тема от Филиппа Терехова, мы часто его читаем, вот этот синий Катулька, я его узнаю. Угу. Гадаем о причинах последствий аварии Falcon 9 1 сентября. Но вот эта штука, которую слышали, наверное, если не все, то каждый, про то, что ракета Илона Маска немножко подзорвалась. Причем, 1 сентября. Причем 1 сентября. Он, возможно, жахнул. Это просто был как бы такой приветственный это в честь. Это фейерверк, да. Конечно, потому что они уже эту ракету в гриву, в хвост и в гриву, значит, используют. Возможно, это другая комета, ракета. Отскажу в сторону. 3 сентября в Калининградской области начался чемпионат мира по фейерверкам. Угу. Он продлится там до 20 какого-то там. До последней, короче, субботы сентября.
Возможно, Маск хотел с командой заявиться и репетировал просто. Они, я думаю, уже их никто не переплюнет. Согласен. Falcon 9, в общем, немножко подзорвалась, причем на стадии взлета. Не то чтобы они полетели где-то в воздухе. Там никого не было, то есть вы не расстраивайтесь. Не то, что там сам Маск сидел, знаешь, махал ручкой, ему там все взорвалось. Нет. Да уж. Там это просто было воспламенение, о котором мы сейчас дальше поговорим. Здесь есть видео даже, которое засняли какие-то стариканы. Тут даже так еще написано, что, знаешь, все готовятся в галстуках, серьезно. Возможно, они шампанское разбили об Falcon, чтобы он лучше пролетел. Там организация ветеранов-инвалидов. Возможно, шампанское воспламенилось. Возможно, да, в организме ребят. Ветераны-инвалиды US Lounge Report. То есть там пацаны, серьезные. Они в лаунже чилились? В лаунже, да. Лаунже, который запуск имеет. А, в этом, ладно. Да, и они прям снимали. Представляешь, возможно, на свои хорошие айфоны, такие старички. И тут взрыв такой при взлете. Примерно 8 минут до начала теста, а это тест был, понимаешь, как обычно у нас тест на разработке. Билд тестовый запускает. Вечная бета-версия, да. Да. Все, последний нормальный кадр вот такой. Там просто она чуть-чуть подзлетает. И на следующем кадре ракету озаряет большая вспышка, там все нахрен взрывается. Реально, яркая вспышка. Возможно, все пенсионеры там ослепли. Нахрен, тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но тем не менее. На долю секунды-то я уверен. Ну и тут даже по миллисекундам расписано, как там, как керосинка поступала, взрыв второй ступени. Да, там кислород, вторая, первая ступень разрушается, там до следу, даже гифки есть. Мне нравится, как гифка, да, действительно, там все, и так действительно очень много, большую территорию охватывает. Да, и там даже несколько взрывов было. Это страшно. Там, если рядом кто-то стоял, курил, возможно, ему там все сразу он докурился. У него именно сгоревший бычок просто в руке остался, и все. Да, так все нормально. Вообще, это... Так. Слушатели, обязательно посмотрите. Посмотрите. Прям хотя бы гифку. Я не говорю про видос, может, там у вас трафик сожрет. Но гифка реально прикольная. Ну, ты думаешь, у нас все, кто смотрит, они смотрят с какого-нибудь Билайна сраного? А, все может быть. Я вот просто как бывший в отпуске человек, понимаешь, не везде бывает Wi-Fi крутой. Да. Там даже есть гифка, где уже сам спутник падает, или что это там, капсула. Верхняя, короче говоря, и еще заново бабахает, ну, блин, ну, это вообще круто. Классно, бабахает, реально круто, это прям вот, прям для разрушителей легенд, они как будто как закончили свои сезоны и начали новый. Начали вот. К Маску устроились, а что, мы не взрываем, что ли? Он их сейчас на бабки-то заедел. Я думал, миф тут развенчивает, что Falcon 9 взорвать может. Ну и дальше пошли версии, на самом деле. Вот у нас одна из версий с тобой родилась, что это все-таки усатый с этим, да, шампанское один. А какая еще? Вторая, разрушитель легенд. А, ну да, да. Вот. Хотел сказать усатый с бородатым, но второй не бородатый. Не, второй тоже. Они просто все усатые, но только один бородатый, так что да. Что это НЛО, есть такая версия от людей. Ну, это прям, это самое прям вероятное. Они вот на этих камерах, айфонах от организации старичков, они увидели там какие-то движущиеся объекты. На самом деле точки, это мухи. Точки, да. Да, на самом деле мухи летали. Но вы понимаете, где это проводится. То есть это же не то, что мы там в вакууме где-то. Это там поставили... На мысе Канаверал. Конечно. Как мы уже знаем, да. И здесь даже есть картиночка, как... Кто это? Сорока, да? Угу. Сорока типа летит вместе с ракетой. Посмотри, ну, там. Это да, это как будто, знаешь, вот какой-то летающий объект летел, и он пуль! Пулькнул, и все, действительно, все, до свидос всему Falcon'у. Но нет, нет, мы в это не верим, это все байки, НЛО, это все фигня. И кто-то думает, что это разрушение шар-баллона с газом наддува, вот так. Не наддува, а наддува. Да, наддува. И на самом деле, если ты вообще, в принципе, знаешь, что такое шар-баллон с газом наддува, то ты уже крутой пацан. Да, уже, в принципе, уже. Хорошо. Включение двигателя спутника. То есть там, возможно, на Falcon'е какой-то свой филе... Нет. А просто я сейчас надо сказать, что это не просто пустой Falcon, он не порожняком ехал, не на сухую, он вез, он вез шампанское. Израильский спутник Амос-6. Да, да. И спутник-то тоже бабахнул, и есть мнение, что у двигателя спутника случайно зажигание произошло, и там воспламенилось керосинка. Потому что, видимо, Falcon 9-то не кошерный был, а Амос-6 нормально все. Да, окей. Все может быть. Не Анус 6. Ну, я заготовил эту шутку, я забыл ее сказать тогда, когда. Да. Ну, в общем, вот такая. Больше, я думаю, не стоит сильно распространяться уже про это. Не, просто стоит одумать, чем что теперь. Не в смысле технически, а последствия. Авария серьезно ударила по SpaceX. То есть это бабки. Это все-таки деньги. И Илон Маск. Во-первых, комплекс пострадал. Во-первых, комплекс выработался у Илона Маска. Да, неполноценности. Во-вторых, стартовый комплекс пострадал. И еще 6.
Пусков, пусков. Запусков должно было произойти в этом году оттуда. Не получится теперь. Придется переносить на космодроме Ванденберг. А там может быть дороже. Все может быть. Ну, неважно. В 2015 году вышел спутник Amos 5 у компании Space.com. И проработал все 4 года вместо 15. И теперь Amos 6 вообще не стартовал. И несмотря на то, что они в страховку вписываются, все равно время утеряно. И прям это хреново. И на самом деле, теперь люди думают, а вообще Маск получится у него или нет? Потому что 9 из 10 только летят ракет. И, а вдруг вот 10% слишком большой шанс для того, чтобы рисковать реально там освоением Марса и так далее. И здесь все пишут, будем честны. Маск все равно сам ничего не сделает, ему нужно финансирование там от НАСА, от правительства. А правительство не будет финансировать неудачников. Лузеров. О, комплекс опять же. Поэтому, кстати, появилась информация, что Space.com потребовал у SpaceX 50 миллионов долларов или бесплатный пуск. Что-то они что-то уже... Они торгуются. Можешь нас бесплатно еще раз запустить? Давай разочек просто пустишь нас. Да. Также есть информация, возможно, в судебном иске к SpaceX. Если суд действительно будет, то репутационные потери могут еще возрасти. Мне кажется, знаешь что, они, как настоящие американцы, которые любят судиться, они перед тем, как запускать, они сразу написали уже этот... Если сейчас взорвется, мы вам сразу эту бумажку подсунем. Да, и вы без обид. Они такие, конечно, мы тоже уже такую же написали. Если что-то у вас там это, то мы вас на вас тоже. А вот пуск бесплатный, давай. Вот, да. Ну и все, договорились, и пошли дальше шампанское пить. Слизывать. С ветеранов. У них по усам текло, все еще сигареты обугленные остались. Нормально. Так вот, темы слушателей у нас на кону. Да, несколько у нас тем. И здесь... Черный ящик выносите. Да. Я думаю, что у нас... Да, мы, во-первых, пройдемся по самым заинтересованным. Прошло столько времени, но мы выбрали все равно... Много воды утекло. Много воды утекло. Мы пошли дальше, мы выбрали лучшие темы, как обычно, для вас. И можно начать сразу. Как применять в реальной жизни? У нас небольшое описание все равно к этому есть. Без... Конечно, там конечно. Даже нет оскорблений к тем, кто... Вот, Олег прокомментировал. Он просто сначала просто шутит про то, что можно пригласить Deep Bunny Hall в наш подкаст, но это не об этом. Вообще, самая главная его мысль, конечно же, о том, что он уже, ну, такой состоявшийся чувак в IT, учит все. ЗП порядка 50к. И он знает много технологий, которыми можно уже легко пользоваться и делать много чего. На весьма достойном уровне. Да, но ему перестало хватать времени. Вот реально. То есть, прям... Подожди, а мы сегодня, кстати, тему-то рассматривали, ту самую, о которой я думал. Нет, она у нас четвертая в списке слушателей. А, у нас будет. Да, вот. Чувак говорит, мне очень понравилось, что у него рабочий день до 18, как это у всех. Это круто. Так, да. Да, до дома он добирается в 19.00. Ну, где-то час, час 20. Да, да. То есть, в 19.20 он уже дома. И, то есть, грубо говоря, освобождаюсь я в 21-21.30, пишет что Олег. Что ты делаешь эти два часа еще? Ну, кушает, я сейчас подумал об этом. Просто я жрать захотел. Ты знаешь, как он кушает? Два часа кушает, сидит серьезно, он Олег. Он пережевывает, потом зубы чистит 33 раза, там, пережевывает каждый, ну, да. И дальше все, ну, вы понимаете, что в 21.30 ты уже уставший, ты уже высосанный работой, и у тебя уже нет времени изучать что-то. Он говорит, что а на работе ну, нет сил. Если не высыпаешься там, значит здесь непродуктивно. Если там нет, то нет. Ну, вы понимаете, проблема классическая. Да. Вот. И у вас, собственно, вопрос: а как справляться с этим? Как успевать что-то еще учить? Да. Как я люблю говорить, учить и что-то там пробовать свое надо вечером дома под одеялом. Вот. А если уже нет сил моих, ваших, то что делать? Вот. Ну, расскажите в подкасте, как вы успеваете заниматься и работой, и изучать что-то новое. Никак. Потому что изучать что-то новое мы тоже почти не изучаем. Кто-то писал здесь, кстати, в комментариях. Саня, когда с рабочего стола пропадут уже те книги, которые там учим PHP, там хороший программист? Никогда, потому что я тоже не успеваю. Я тоже, короче, в 7 прихожу и в 9 только освобождаюсь. Нормальная тема. Да. Поэтому, ну да, у нас будет еще тема именно по поводу
как другие люди справляются. Ты вот, Никита, как справляешься? Я так же абсолютно. То есть, особенно если ты не балдел на работе, вот это заметно. Если ты балдеешь на работе, серьезно, вот ты просто балдеешь, сидишь, и ты как бы... У тебя есть какие-то задачи, их не очень много, ты их можешь потянуть, побалдеть, зайти страничку пообновлять на ВК. Да, и ты понимаешь, у тебя именно ментальные силы не тратятся. Да, и ты вечером, ты еще что-то можешь, реально. А вот если ты нормально работал, действительно, не просто филонил, так скажем. Как филе? Старался сделать больше. То все. Вечером уже все. Уже хочется расслабиться реально. Просто уже просто сесть и не знаю что. Да, хоть что. У всех свои хобби, да. И это вопрос просто того, что ты либо во время работы новое узнаешь. Ну просто потому, что если ты сейчас не узнаешь это новое, ты не выполнишь работу. Угу. И потом ты еще больше расслабляешься вечером, потому что у тебя на повышенных оборотах. Да, это происходит все. Поэтому тут, к сожалению, нет такого... Даже в отпуске не получится что-то там подучить. Потому что в отпуске тоже надо отдохнуть, просто за весь год вот это накопилось, и ты тоже сидишь. Ну, в общем, это действительно сложный вопрос. Ну, это порочный круг, но мне кажется, если ты себя будешь заставлять каждый день, хотя бы по часику-два, не обязательно заходить на даже сон, по 20 минут. Даже по 20 минут. У тебя все равно будет прогресс, я уверен. Это... Чем у того чувака, который просто пиваса накатил сразу. Да, стопудово. Это как в классическом примере, что если я сейчас даже на калькуляторе покажу. 1,01 умножить на 1,01, угу, то получится 1,02. Если ты чуть-чуть больше будешь делать каждый день, чем свои 100%, то если я буду сейчас много раз жать равно, будет добавляться. Угу. И 365 дней в году у тебя уже будет 1,999. Ты практически 2 получишь. Но если ты будешь 0,99 делать каждый день, то у тебя будет уменьшаться каждый день. И ты в результате в ноль просто превратишься и будешь говном. Ну, если ты даже будешь просто делать единичку, у тебя и будет всего лишь единичка, у тебя не будет больше. Да, да, ну как бы... Ну, это такой. Пишите в комментариях, как, ну, как наши слушатели, зрители, вы с этим справляетесь. Мы дальше идем. Должен ли лид все знать? У нас такой небольшой подзаголовок к следующему комментарию. И на самом деле комментарий не очень длинный, как я люблю. Маленький mm-hmm. комментарийчик. От Натали Гера. Я не знаю, Натали Гера это двойной аккаунт мужчины и женщины, или это уже как в Эмодзивно. В общем, Натали Гера, спасибо за комментарий, на самом деле. Может быть, это Натали Герман. Может быть, может быть. Пишут нам. Вот пацаны, вот есть такой чувак, менеджер дизайн-студии, то есть такой чувак, который decision-maker, здесь немножко decision неправильно написано, но мы поняли, что это decision-maker, то есть чувак, который принимает решения. Так. Decision-maker. Я тут сейчас думал, как смешно прочитать, но ты опередил. Да, и такой чувак, который, ну, действительно управленец, должен ли он уметь что-то дизайнить, или этим... При том, что есть чувак-лид-дизайнер, который, собственно, говорит дизайнерам, что делать, и сам умеет что-то, и может поправить, и лучше делает даже, чем те дизайнеры, да? Вот, потому он, собственно, элит. Да, потому он элит. Вот такой чувак есть, и есть чувак, который менеджер, который, в принципе, бабки менеджер управления. Менеджер проекта, грубо говоря, который со всех спрашивает, который да, именно знает, куда двигается компания и как что должно быть. Вот. Да, должен ли он уметь дизайнить или нет? Вот такой простой вопрос на самом деле. Простой, да непростой. Я думаю, это, Никита, больше к тебе. Ты у нас корпоративный человек. У вас есть какие-то мнения? Блин, ну слушай. Если ты уже чувак, который создал, хотя если ты создал, ты уже умеешь дизайнить, да? А если тебя просто поставили менеджером я думаю, знаешь, ты должен знать техпроцесс, но тебе не обязательно уметь дизайнить. Вот ты должен знать, что вот этому чуваку, менеджеру, что он что делает? Он просто распределяет часы. Ты должен знать, что вот этому чуваку потребуется 2 часа на вот эту работу, а этому чуваку на эту же работу надо 4 часа, например. Ты все знаешь, ты знаешь техпроцесс, ты знаешь, что, блин, невозможно одну палочку рисовать 10 часов. Ты просто вот это знаешь и все. Да, потому что если вдруг, не дай бог, этот менеджер будет типа чуть-чуть знать,
Он начнет сразу советовать. Ой, да. И это просто, это нарушит весь техпроцесс. И как бы, если мы уже говорим о каких-то корпоративных делах, то каждый все-таки свое дело должен делать. Да, поэтому Натали Гера, менеджер студии, может ни хрена не уметь, но должен знать конкретно техпроцесс, вникать в него. Но если вы Натали Гера просто хотите откосить и создать свою студию, и быть менеджером студии, то так, скорее всего, не получится. Воссоздавать студию надо уже уметь дизайнить. Как мне кажется. Ну, или нанять потом себе людей, но для этого надо хорошо уметь управлять этими людьми. Да, да. То есть тут как бы это... Надо быть decision-maker'ом действительно сильным. Ладно, спасибо за комментарий, идем дальше. Я очень надеюсь, что вы не... те, кто написали эти комментарии, не слушают наш подкаст в этот раз, потому что мы уже месяц не записывали, они уже все... Снова Сергей. Тут такой длинный. Ну, он в стиле первого комментария, который мы... В стиле первого канала. Да, в стиле первого канала, как от Олега мы читали. Здесь чувак пишет о том, что он многое умеет, многое знает, но ему постоянно рутинная работа выпадает, потому что все бабки от стандартных сайтов. То есть не обязательно что-то даже новое познавать, так скажем. Есть ежедневная рутина, просто создаешь какие-то там визитки или там e-commerce, возможно, даже какой-то создаешь. Но это все неинтересно, это все не круто. И что делать, как выйти из этой рутины? Все бабки приносят только такие сайты. И знаешь, тут очень легко ответить на это, но мы вот я продолжаю просто смотреть по его комментарию. Он пишет, что куда двигаться, не за горами 30 лет, он говорит. У нас, говорит, своя ООО, говорит, есть. Не жалуемся, но, говорит, жалуюсь только я, потому что вот такая вот лирика жизни у него, что вот... Ну, нет ничего нового, прикольного, есть вот только старые, дефолтные создания сайтов, и никуда не деваться. Он пишет, что он пробовал делать свой проект, написал админку на ангуляре, сделал функционал. Ну, там, как обычно, поиск клиентов там и так далее, шиномонтажки, мойки, выбор на Яндекс.Карте и так далее. Были даже посещаемость у него, но на монетизацию не хотелось знаний, потому что нужен все-таки продажник. И на самом деле, ну как бы, когда начинаешь свои проекты, должен быть decision maker еще какой-то, кроме технической реализации, просто потому что, да. Чтобы зарабатывать деньги, надо рабочий техпроцесс, бизнес-модель придумать. А в сайтах просто бизнес-модель, она уже прозрачна, поэтому ими не очень сложно заниматься, но ничего в этом веселого и здоровского нет. Согласен, просто у нас даже с Никитой есть... Ну, так скажем, знакомая студия, которая просто полностью абстрагировалась от работы с клиентами, с сайтами, и сделали свой сервис, который именно помогает искать клиентов, там, накручивать рекламу и так далее. Да, да. То есть, да. Ну... Все в Челябинске знают эту компанию. Я думаю, даже не то, что мы, но ни для кого не секрет. Есть такая... На самом деле, там уже Сия в Apple выходит. То есть, Сия, в смысле, певица, и в смысле... Сая, в смысле. Да, они уже закончили нахрен. Все, там же голые тела на сцене, и все, конец. Да уж. Ну, не Юту, не Бона. Не Бона. Да, не Бона, Бона, Намана, Намана. Следующая новость. Вова в тапках пишет. Такой коротенький, буквально заметочку, как я люблю. Просто, ну, вот три слова черканул нам в комментариях. Я просто уверен, что он уже отвалился и не слушает наши подкасты. Но, тем не менее, если ты слушаешь, Вов, напиши снова такой же комментарий, нам понравилось. Он пишет здесь... Такой достаточно подробный разбор, что вот у нас есть, значит, подкасты. Давай так, он нам, если мы скажем, в общем, дает нам совет. Совет, он не ругается с нами, не ссорится, как он пишет. Да, просто совет действительно, что вот есть у нас подкаст 10-часовой наш любимый, в котором мы про Эмодзи разговариваем в основном. И вот как бы чувак стандартный, который пришел домой с пивасом, сел, видит наш подкаст, и хрен он запустит. Если запустит, то просто сразу же с первой темы, она не кэтчи будет ни хрена его, она просто отвалится и все. И поэтому он советует, что многое здесь лучше сделать, можно сделать лучше. Говорит, вот я, говорит, всякое знаю, да, давайте там побольше говорим про UX. В общем, короче, здесь он много чего советует. Вам, я думаю, как нашим слушателям, вы и сами понимаете, что можно улучшить. И мы сами понимаем тоже, что можно улучшить. Мы стараемся все-таки придерживаться Вовы в тапках. Это у нас курс такой, Вова в тапках. Мы на него настроились. Кроме того, что у нас такой курс, просто, понимаешь, делать как Вова в тапках, это так же нудно, как делать сайты для шиномонтажа у снова Сергея. Да. Можно, но это неинтересно. Интереснее свой проект запускать. Интереснее про Эмодзи базарить просто. Вот именно. Вот. Да, он много чего советует. Я даже весь комментарий прочитал, но, честно говоря, я все понял. Он же очень говорит, что у нас хромой научпоп, ну, как бы вы за этим сюда и приходите, и много-много ссылочек нам оставляет.
И он даже рассказывает здесь про Уилли, что ему понравилось. В общем, он здесь просто делится. Он, знаешь, такой сидит, просто делится с нами впечатлениями. И даже ссылочку занес много интересного. А, то есть тут еще он тема нам типа предлагал. Я-то и не знал. Да, да. И он отметил много хорошего у нас. Он даже отметил несколько подкастов, которые у него для него прям практически эталон идеальный. 69-й, 76-й, например, отличные были. Я, честно говоря, даже не помню, что там, но тем не менее. Нам стоит, на самом деле, я вот завтра с моноклем ознакомлюсь еще раз с комментарием. Просто уже время 12 часов, сегодня не потяну. Сегодня только статью про машин лернинг от Apple потяну. Так вот. Да, потом, да, ну рассказывай, говори, да. Я прям считаю, что вдруг есть... Надо отделить зерна от плевел. Нужно понять, вдруг есть какой-то конструктив. Здесь есть, конечно, субъективное мнение Вовы в тапках. Понятно, что все люди разные. Я смотрю так на подкаст, ты смотришь так на подкаст. Вова в тапках смотрит на тапки и на подкаст сразу. То есть там у него сразу много точек зрения. Вот. Он нас поздравляет, что мы являемся менторами Сплинкоуда. Ну что, ментами являемся Сплинкоуда. Да, это да. Кстати, Сплинкоуд в этот раз написал что-нибудь или нет? Нет. А все, он работает. Он нашел себя, обрел успех, счастье. Отлично. И здесь некий Никита Тарасов прокомментировал. Говорит, поддержи проект. Ну, я как бы я комменчу Вове в тапках. Поддержи проект, и тебе лично какой хочешь скринкаст запишу даже с блэкджеком и шлюхами. И его design.ru/donate. Я поддерживаю Никиту Тарасова, который это написал. Это как бы не я был, но это, тем не менее. Это фейковый Никита Тарасов. И я, когда этот комментарий оставили, у меня-то был в админочке было типа почта, и там не Никитина почта, я поржал, конечно. Но сейчас, когда мы готовились к подкасту, я уже об этом забыл. Я думал, это реально Никита. Я говорю, так ты же написал там ему уже, что практически. У меня аватарка словится на самом деле. Да, то есть вы тут не обманете. Да. Не обманете. Я что хотел сказать еще. Спасибо, Вова, в тапках, на самом деле. То есть мы не с негативом. Пишите все такие комментарии. Это да. Реально, как бы сказать, вдруг Вова в тапках наш будущий decision maker. Как минимум, да. Да, спасибо большое. Мы рассматриваем это все, думаем, делаем, изменяем. Хочется верить, что он уже видит какие-то изменения. Мы же высказываем свое мнение относительно этой темы. Да. Это он же нам советовал. Я не готов сейчас задеть. Наверное, он. Следующая тема, это как бы ответ на тот самый пост «Как жить», который мы вот недавно совсем зачитали, да, да. От снова Сергея. Это, собственно, великая ловушка программирования. Да. Я не помню, у нас это одна из главных тем. Мы сейчас свеженьким взглядом посмотрим на это, потому что уже 12 часов, действительно, уже с двумя камерами посмотрели, все, уже ничего не знаем, что говорить. Но, тем не менее, некий Василий прислал авторский материал вот на этот сайт, который мы очень любим. Он написал статью до этого на Хабре. И его вот что-то зацепило, его струны души, и он решил немножко развить тему. То есть там была какая-то тема, я так понимаю, узконаправленная. И у него были комментарии, как обычно, ругань, срач на Хабре, как самое они смешное, любят. Самое смешное, действительно, на второй день общения с Хабро-юзером я стал разговаривать матом, иначе я не мог уж, простите. Да, то есть и вот там тоже у него пригорал пукан от этого всего. Вот. И кроме этого, он решил еще такой, даже, знаешь, здесь очень будет мало про Хабр, но будет просто рассуждение о жизни. И... Здесь опять 2007 фигурирует. Опять 2007, да. Основной инстинкт человека у него первая такая. Просто у меня наш старый знакомый заходит сначала в Left 4 Dead, потом сразу в Global Offensive. Я не знаю, как в две тот, руки... который в GTA иногда заходит, или не тот? Нет, это тот, который тот, в который... Dota 600 часов. Который в Overwatch иногда играет. Да, еще, да, понятно. Да. Да, так вот, сразу, значит, Василий, опять же, возвращаемся к Василию. Василий, cover me. Он, значит, на Хабре написал, у него был какой-то экспириенс, его все обосрали, он всех обосрал, срался, срать, ну вы поняли, да? Снят на коренные посрушки. Вот, и написал эту статью. Основной инстинкт человека, у него такой вот подзаголовочек небольшому вот его такому размышлению. У него есть знакомый палеонтолог. И этого чувака погоняло, чтобы ты понимал, палеонтолог. И уже хорошо. Да, и это чувак не то, что он там сидел, он тоже какой-то полуученый, да, у него просто... А это, собственно, не значит, что он не сидел. Да, он выглядит как палеонтолог, просто смешно. И вот этот вот чувак, он придерживался такой точки зрения, что основной инстинкт, как мы все понимаем, и как ученые, зачеркнуто, британские, понимают, основной инстинкт — это вот продолжение рода у нас. То есть всеми своими, так скажем...
стремлениями мы продолжаем род. Неважно, то есть мы избегаем смерти, там, продолжаем род, мы там что-то жрем, продолжаем. Ну, вы понимаете, основной инстинкт человека, все его знают. Ну, а тем не менее, господин палеонтолог предпочитает думать, что нет. Основной инстинкт человека – это любознательность. И это такой процесс изучения окружающего мира, когда мы хотим. Основной инстинкт – это интерес. И curiosity. Ни много, ни мало. Любопытство. Да, и он говорит, что вот как у нас развивался мир. Мы сначала долго-долго стремились к тому, чтобы просто появился человек, сколько там, миллиардов лет. 3 миллиарда лет, да. Потом за 2000 человек вот стал тем, чем мы являемся. Записываем подкасты. Потом быстренько за 200-300 лет... Быстренько мы стали, вылезли из пещеры, так скажем, в смысле, что, в общем, полетели в космос уже за 200-300, очень быстро все пошло, и тут сейчас вот просто технологии с двумя камерами, опять же, не устану это повторять, сейчас уже просто очень быстро сингулярность поперла. Ой, я недавно прочитавшую книгу, я готов с ним поспорить с каждой строкой, но не буду, это сейчас дикая дискуссия будет. Да-да-да, у него тоже пукан, возможно, сгорит. Да, если я ему сейчас напишу, ну, давай, мы слушаем его версию. Да, пока. Я напоминаю просто, что название темы — это все-таки ловушка программирования, просто чтобы вы не отвлекались, потому что здесь он растекается мыслью по древу, говорит, что мы очень так любили раньше... Тоже всегда, то есть он говорит, что все любознательные в детстве... Все типа создают, и даже создают. Маленькие дети в песке, в песочнице создают. Да, он говорит, что вот у нас были вот эти вот те самые конструкторы, ладно, лего хрен с ними, это буржуйская хрень, а вот, вот те самые конструкторы железные, все их помнят. С отверточками, гаечными, да. Вот такие железочки с дырочками. Вот. Все создают про женщину, зачем-то тут немножко... У них-то все-таки репродуктивно. У них репродуктивно. Некоторые, типа, хотят заглушить, но все равно все должны рожать, как обычно, значит, от успешного самца. Ну, вы понимаете, да. От Вовы в тапках. Так вот, и, значит, попадание в ловушку. Попадание в ловушку, следующий такой абзацик. Он говорит про то, что... Слушай, тут просто цитаты из Сталкера. А мы дальше просто поймем, как он влюбился в программирование и так далее, и так далее. Здесь есть такая цитата из «Сталкера», я вам просто хочу зачитать. Там есть персонаж-писатель. «Сталкер» написали братья Стругацкие, я вам просто напомню, для маленьких деточек, которые слушают наш подкаст. Да, они, правда, братьев Гримм-то не знают, какие братья Стругацкие. Да. Ну вот, писатель говорил, нет никакого Бермудского треугольника. Есть треугольник А, Б, С, который равен треугольнику А прим, Б прим, С прим. Вы чувствуете, какая унылая скука заключена в этом утверждении? Вот в средние века было интересно. В каждом доме жил домовой, в каждой церкви бог. Люди были молоды, а теперь каждый четвертый старик. Скучно, мой ангел. Ой, как скучно. Ну, это все о том, что раньше, так скажем, нашу curiosity можно было легко удовлетворять. Потребность вот эту вот. Ту самую, вот этот основной инстинкт. Допустим, в средние века ты можешь пойти сразу в поход в ближайшее королевство, их захватить нахрен, или тебя захватят нахрен. Ну, ты понимаешь, то есть это было легко расследовать мир, исследовать его. Вот, а сейчас у нас даже уже все Pokemon Go, как бы. Мы все исследовано уже. Все пройдено, все дороги пройдены. Да, уже мало типа осталось для познания каких-то вещей. Но нет, мы, допустим, много, допустим, есть космос, но это слишком дорого. То есть, по ряду каких-то причин уже очень сложно вот эту свою curiosity, так скажем, вот эту свой интерес. Удовлетворить, да, нормальное слово, да. Как бы оно ни звучало. Да. Вот. Как устроена ловушка, собственно. Переходя ко всему, что все уже скучно, однообразно, человек изучил технологию, человек на базе технологии создал уникальный продукт, совершил созидание. Это как удовлетворяется, вот, да, то есть, вот, сначала да. Ты чуть-чуть понял технологию, да. А потом уже с помощью этого что-то сделал. Вот так удовлетворяется, профит. Да, удовлетворяется вот эта вот потребность, инстинктивная потребность в создании. И он говорит, что я в какие-то вот в свои 2002 год, это, между прочим, достаточно давно было, он сделал первый веб-сайт. Я прошу тебя перейти просто на него, пожалуйста. Первый сайт гражданской обороны, 2002 год. На PHP 4 созданный сайт, то есть такой действительно... Блин, очень круто, на меня оттуда директно еще на SPA Invest. У меня всплывающие окна заблокированы, нахрен. Так у меня тоже, но почему-то меня редиректно. Но тем не менее, да. Вот, чувак создал сайт и сразу влюбился в программирование, сразу понял, что он может что-то создавать, понял, что вот узнав, как он пишет, ОФУ, вот этой функции, остановиться невозможно, в конечном счете нам потребуется бар. Это круто. Да, это да. И он говорит, что вот, он прям такой вот, прям фанатом стал, фанатом. И он рассказывает, как он внутри ловушки передвигается. Сейчас, говорит,
Я вот, опять же, сейчас мы вернемся к Хабру и к этой статье. Говорит, то, что ваше хобби, разработка — это ваше хобби, это полбеды. Но если программирование — это ваша работа, это уже, говорит, беда. И как же, когда же он вот перейдет-то к этому? А, что вот... в общем, здесь несколько пунктов у него. Да, в кайф программировать, конкретно способность... Так, сейчас я вспомню, про что он здесь будет говорить. Просто так много всего написано было. Нет, ну я уже вижу. Он разбирает конкретные беды, так скажем. Угу. Первый из бед – конкурентоспособность. Потому что нужно всегда быть на волне. И ее наши слушатели уже прочувствовали. В комментариях постоянно пишут, что, блин, как же жить? Да-да-да. И да. Нужно постоянно изучать какие-то технологии, чтобы быть в форме. И как бы вопрос в том, что если ты работаешь в IT, то ты вынужден постоянно что-то изучать. Не будет такого, что ты как супер-ремесленник научился делать лучшие горшки в Лувре, хотел сказать, в какой-нибудь деревеньке во Франции, к тебе из других деревень все приезжают и учатся. Хрен-то там, ты будешь каждый месяц пахать каждый день. Это же здесь, да, по-моему, это здесь, а может быть дальше, но написано, что да, если ты там какой-нибудь сварщик, ты домой не приходишь, и ты не варишь ничего. Ты приходишь с пивасом, ложишься на диван. Если ты там какой-нибудь пожарник, ты приходишь и не тушишь дома жену с бронзбойта. Как бы это ни звучало, да? А если ты программист, ты приходишь домой, ты садишься и снова читаешь про фреймворки и упарываешься, реально. Да, да, здесь. Да, вот. Особенно здесь написано, что если вам уже за 30, и у вас уже есть семья, то еще меньше времени. Еще меньше времени, да. Это первое, это конкурентоспособность. Второе. Потому что если вы ее если ничего не изучаете, вы теряете эту конкурентоспособность, а вместе с этим шанс получать хорошие деньги. Да. Самопожертвование. Вот в результате вот этих сорочей, простите, он прикладывает скриншот, что там происходит. И он, видимо, wake up, вы можете наблюдать. И он пишет, что у него-то семья уже, у него-то уже дети. И говорит, очень сложно вот этой, так скажем, профессиональной деятельности куда-то свалить, допустим, там, в Америку полететь, ни с хрена. Или там куда-нибудь просто в другую страну, или в Таиланд, как любят обычно, там, знаешь, какие-нибудь фрилансеры. Просто свалить, а у тебя там жена, дети, все, кто-то работает, кто-то там кому-то на подгузники меняет, ну ты понимаешь. Угу. Вот, то есть жена, пакуй чемоданы, мы переезжаем, я тут клевую работу нашел. Маме потом позвонишь, дети, их тоже упакуй, кота не забудь. Он говорит, и ему отвечают чуваки, это одна из причин, почему я не завожу семью, ему пишут. И он как бы недоумевает, у него-то все вообще там сбитый прицел, сразу он говорит, и к 40 вы тоже не планируете заводить семью? Ему чувак этот отвечает, да. Ему там поддерживают, это хорошо. Приятно видеть понимающего человека. Там люди, чуваки просто одиночь, forever alone, сейчас сошлись. Да, и там дальше. Автор, он пишет, видимо, что программирование для него всего лишь инструмент. То есть это не культ или алтарь, на который нужно положить всю свою это жизнь. Это сам Василий пишет, да. Да, да, да. И вот этот 0xd, там, ddd, который не собирается к 40 лет, тогда нам с вами друг друга не понять. То есть там чуваки уже максимальные фанаты. Максимальные программисты. Максимальные программисты, реально. Которые уже нахрен себе. То есть самопожертвование. Они жертвуют полностью с собой ради программирования. Ради программирования. Не ради какой-то одной, может быть, работы, да? Но ради вот в принципе, в целом. Того, чтобы погрузиться и задротствовать. Мифы, да, мифы. Теперь он развенчивает мифы, что золотые горы. Он, во-первых, говорит, что даже практически не встречал ни одного коллега. У него ни один коллега, так скажем, в горах золота не купается. Но... Особенно с учетом, сколько ты... Ну, да, давай. Да, да, ну, да, нет, даже взять какого-нибудь реально престижного чувака, мне кажется, даже взять Бобука, это достаточно высокий программист, высокого уровня, да? Тоже не видно, чтобы он купался в золоте. Понятно, что у него много денег. Видно, он все-таки ездит по Калифорнии, понятно, там супер фотоаппараты, туда-сюда. Ну, может быть, но это все-таки, не знаю. Я больше чем уверен, что он в свободное время и не работает. Я думаю, вот он уже смог разделить. Так наверняка, скажем. Наверняка. Хотя он бы сейчас поржал, он там 100 писем с утра, наверное, читает, как обычно. Ну, блин, но вы понимаете. Мог бы и не читать это. Вы понимаете, просто золотые горы, о чем это? Это не то, что... Да, это не то, что там... Здесь будет разделяться это. То есть, все-таки чувак, который делает деньги, бизнесмен, это бизнесмен. А чувак, который программирует, он просто помогает бизнесмену зарабатывать деньги. То есть, основные бабки приходят все-таки бизнесмену. В основном-то, да, то есть программер — это просто инструмент, это как бы такая прослойка между рулем и сиденьем, действительно, потому что, короче, бабки все зарабатывает человек, который умеет зарабатывать деньги, а программист все-таки умеет программировать, он программирует, если он, конечно, упарывается, как те чуваки, которые без жены, без детей, вот. И здесь просто написано, что программист, он дома
в свободное время тоже работает, в кавычках. То есть пишет свой open source или просто читает документацию стандарт. Узнают старину, что называется. И ни одна другая профессия не допускает такое самопожертвование времени. То есть сварщик приходит с работы, пьет дома пиво, а не варит металлические конструкции. Пожарный идет на рыбалку, а не поливает жену противопожарной пеной. Водитель, приходя с работы, смотрит телевизор, а не крутит баранку. А программист, приходя с работы, занимается программированием. Ну, кстати, я вот тут поспорил бы, это такая тонкая хрень. Я вот, допустим, у меня дядя, он столяр, и у них цех есть. И цех у них, короче, он unlimited. Ты можешь, что хочешь делать, хоть сколько, тебе никто не запрещает. Ты, главное, свой материал притащи, но ты можешь работать на этих станках сколько хочешь, даже ночью. То есть вот их бригада, она может просто открывать ключом и на станках работать. Налево работать, что называется. Да, и я был удивлен, мы приехали в какой-то... воскресенье, чуть ли не 23 февраля, какое-то глухое вообще абсолютно воскресенье, на дорогах никого, мы просто ехали одни на машине с дядей, приехали в цех, мы приехали, причем мы балдели, он практически с пивом ехал со мной вместе, ржал, вот, я за рулем, вот, и мы доезжаем, и чуваки с утра, там, что-то в 9 утра, в воскресенье, что-то пилят, делают реально какую-то хрень, работу. Ну, это уже фрилансеры. Это уже люди, которые именно пытаются тоже зарабатывать. И, ну, у них, возможно, тоже семей нет. Это молодые чуваки, да, это молодые люди. Возможно, у них есть семьи, они только поэтому их и начат по воскресеньям, потому что им надо кормить. Ну, тоже, может быть, да. Да, да. Но, тем не менее, я могу поспорить, но я понимаю его принцип про то, что чувак-программист, он легко может спокойно... Ну, как легко спокойно? Имеется в виду, что он приходит и читает все-таки вот всякую хрень. Потом, если хочешь жить, умей вертеться. Да. Программистам реально приходится вот да. Это первый миф «Золотые горы». Второй миф теперь. Да, второй миф, там интересный проект, работа в Google и т.п. Он говорит, что ни хрена ничего за все время, какой бы ни был проект, он никогда не интересный. Вот в любом случае, что бы ты ни делал. Я даже могу сказать, что даже он тут описывает всякие бизнес-модели. То есть в основном для бизнеса все делается, да? Бизнес-модели это никогда не интересно, просто какие-то там алгоритмы. Но мы понимаем с вами, что такое программирование. Это не интересно. Нет, само программирование интересно, но ты... Короче говоря, задачи это... выполнять неинтересно, вот те самые, которые ставят бизнес. Да, то есть, но ты все равно будешь прослойкой между рулем и сиденьем, между чуваками, которые отгружают что-то за бабки, которые эти бабки принимают. Да, я больше скажу, даже игры делать неинтересно программистам, потому что это те же алгоритмы, это тот же бизнес. Ты просто делаешь... Да, тебе говорят, блин, сделай это и завтра. Да, и никогда не... Блин, ну вот что хочешь, короче, то сделай, будет прикольно, там, мы там конечно. Что-нибудь это... Я вообще боюсь, это ладно ты вот делаешь там игры, хрен его знает, там какие-нибудь... Ты инди-игры, да? А если ты делаешь, ну, какого-нибудь Ведьмака, и вот чуваки, которые пишут движок для видео-движок, там просто охренеть чё. Там настолько просто у них уже дома дерьмо. Шарики, которые, знаешь, на рабочем столе, которые маятник туда-сюда бьют шарики. Вот у них в голове такие... уже до в конце дня, да, потому что это просто свидос. Вот, поэтому это нифига не прикольная работа в Google и т.п. Это все ничего, это не романтика. Это не романтично. Интересные даже... проекты — это миф, придуманный блогерами и HR-ами. Да, да. Удаленная работа под пальмой и фриланс. Еще один миф — это программирование под пальмой в Таиланде и хороший заработок в качестве фрилансера. Этими мифами переполнен интернет. На деле все гораздо прозаичнее. Биржи фриланса переполнены предложениями, конкуренцией. Ну, мы сами понимаем. То есть, я могу это не читать нахрен, все и так понятно, что чтобы на какой-нибудь freelance.ru, я не знаю, как, вот такие сайты, чтобы там пробиться, надо охренеть, вы понимаете. А те, кто там пробился, они там уже целые компании, которые там же годами зарабатывают, индусы и так далее. Пишут отличный код. Свой проект, который приносит деньги. Он говорит, что в принципе это можно, но это сложно очень. Это так же, как фрилансерам раскрутиться. То есть надо опять же много работать, нужен продажник, нужен чувак, который будет продвигать твой проект. Ты просто программист, который сделает какую-то идею, но она может не взлететь. Здесь мне нравится фраза. Безусловно, можно создать проект, который будет приносить на пиво, в кавычках, но трудозатраты на такой проект будут несоизмеримы с его заработком. Да, да. То есть вы сделаете вроде проект, но он не окупится. Коллеги и социум... Мифы закончились, дальше опять просто минус. Да, коллеги и социум, с которыми приходится работать. И он... Здесь вот самое ключевое, мне кажется, вот именно в этом пункте содержится, что многие люди идут в IT... Только потому, что они достаточно странные, замкнутые люди. То есть, я не беру каких-то таких, знаешь, таких легеньких, таких дизайнеров, верстальщиков. Возможно, они-то как раз шоумены все от рождения. Вот, но вот такая более глубокая сфера айтишников, она все-таки предполагает какую-то гиковость.
можно так назвать, какую-то замкнутость. В плохом смысле. В плохом смысле слова. Замкнутость, такую, некую шелдонность такую, странность. Вот, поэтому, говорит, ну это действительно, IT привлекает таких людей, они замыкаются в себе, еще больше зарываются в программировании, еще больше отдают свою жизнь, просто практически сжигают для программирования, вот. Тут он еще пишет про чувака, который, вот, говорит, странный чувак, мужчина за 30, такой, знаешь, действительно уже детей имеет, ну, вы понимаете, да, ездит на работу на самокате. Он какого хрена, говорит, ну, кому ты это рассказываешь, что это удобнее, выгоднее, круче и т.д.? Нифига, блин, ну надо... Да, это weird, weird. Да, это weird, действительно. Вот. Но здесь есть еще про пару фриков истории. Ну, неважно, да, просто заключение о том, что я, говорит, очень люблю программирование, но чем больше я погружаюсь в ту или иную технологию, тем больше приходит понимание, что я знаю только то, что ничего не знаю. И маниакальное желание вот это познать, то есть вот тот самый инстинкт, о котором мы говорили, необъятное, удержать в голове массу информации, дает о себе знать. Мы все больше и больше... Мне все больше и больше надоедает бежать за этим ветром. Хочется остановиться. Мне, как веб-разработчику, необходимо уметь отлично разбираться как минимум в 2-3 языках программирования и стандартах W3C. Я начал замечать, что разрываясь между этими технологиями, и рост в последние годы пошел настолько интенсивно, что каждая из них уже тянет на отдельную специализацию. Программирование — это ловушка, мышеловка для определенного типа личности, попадая в которую человек становится заложником на долгие годы. Переубедите меня, если я не прав. Че, оригинал тут, походу, оригинал на... Нет, на PHP-инфо.су оригинал. А, отлично. Ну, в общем, да, к сожалению, это так. И более подробно ответить на вот эти вопросы, как все успевать, нельзя никак. Слушай, знаешь, можно так выделить, вот прикинь, вот в прикол написать такую статью только про, короче, опять же, про столяров каких-нибудь. И там будет, знаешь, в разделе про то, что... В разделе про коллеги и социум, там просто мои коллеги все бухают, мы все бухаем вместе, каждый бухает. Ну, может быть, да, но это вроде уже не порог, знаешь, как бы сказать, ну да, есть определенные специфики профессии, конечно, везде, но вот тут, ну, раз речь про IT, и вот чувак про себя, так скажем, сказал, блин, это реально круто, это хорошая статья. Да, да. И она является ответом вообще на все, о чем, вот что спрашивают традиционно в комментариях. Чуваки, бегите, глупцы. Не занимайтесь этим, а если занимаетесь, максимально формализуйте свою работу для того, чтобы не тратить на это 100% вашего времени, потому что это просто глупо. Не, ну если занимаетесь, то вы будете готовы, чем вы занимаетесь. Ну да, да, или так, или так. Там последняя статья какая-то жесткая, давай ее уже мочканем и... А какая? У меня нету. Там какая-то компания WordFence нашла ботнет из WordPress. А, ну давай, давай по-быстрому скажем, что кого. Прям реально добьем задротство. Это Hacker.ru, и там быстрые, как ты знаешь, новости. Знаю. Наконец-то у них... А, это Google AMP. Он нам скинул в хорошем виде, потому что просто у Hacker.ru я терпеть не могу их статьи, потому что там они апперкейсом, то есть капсом пишут. Ага. Я AMP-шную версию все-таки почитаю, это круто. Давай. Google Accelerated Mobile Pages. Вот фэнс нашли ботнет из WordPress сайтов, созданный одним человеком. Короче говоря, WordPress сайты бывают объединены в ботнеты. Нихрена себе. Вы уж извините. Но их реально часто взламывают, и часто бывает такое говно. Просто, ну, надо каким-нибудь Яндексом, Яндекс этим, Айболит, или как там называется, Яндекс Веб, веб-антивирус, проверять сайты. Ну, есть, бывают злоумышленные всякие vpcontent.php, например, которых на самом деле, vp без дефиса content.php, которых быть не должно, но в них реально есть какие-то, так скажем, манипуляции. Управляется, кстати, посредством IRC, нашей любимой, которая чатики. И да, там есть IP-адреса, то есть прям, ну, можно было вычислить чувака, который этим занимается, там хэш и так далее, пароли все есть. Известен с 2012 года. В общем, давно уже ноги растут у всех этих проблем. Uh-huh. И, ну, абсолютно разные решения были, между прочим. И на Apache, и на Free... Так, Apache на FreeBSD, Windows Server 2012, Windows 8. Uh-huh. То есть, в принципе... Разные абсолютно компьютеры были, разные зараженные были компьютеры, то есть это не то, что там... Я думаю, как обычно, не обновили там какие-нибудь плагины, там что-то еще. Ну да, да. Даже как бы тут непонятно. Ну, нашли его там, он из Германии, использовал везде немецкий язык.
Везде, на Ютубе даже нашли видос, где он хвалится своим ботнетом. Отлично. Ну, то есть, только по Гая Ричи, преступники, которые тупые, палятся и так далее. Я, правда, не знаю, достаточно ли это, чтобы его, так скажем, засудить и засадить ему. Или его. Но этот Blood Man инициирует порядка 2000 новых атак в неделю, почти все неуспешно блокируются системами защиты. То есть, ну, большой ботнет, да. Есть очень много легаси сайтов WordPress-ных, я думаю, которые все еще на WordPress 2 или 3 работают. Ой, я боюсь представить, что там вообще. Там уже нет сайта, там уже все ботнет полный. Да, в общем, по мнению представителей WordFans, там какие-нибудь рецепты там тети Глаши. Я просто пытаюсь представить вот эти сайты, которые все еще на WordPress 3.0 или 2.0, или каких-нибудь стоматологических клиник старых. Uh-huh. Что-то такое. Так вот, по мнению представителей WordFans, Blood Man и зараженные ими ресурсы не стоят тех усилий, которые потребуют от полиции представители WordFans для его ареста. Гораздо эффективнее, эксперты сочли, стоит наблюдать за тактикой хакера. Это будет просто полезнее и прикольнее. О, прикольно. Ну, то есть просто смотреть, что он делает, чтобы это... Как Дроздов. Мы наблюдаем самку бегемота. Вот самку хакера, Бладмена. Да-да-да. Вот такая вот новость на хакере. Ну, отлично. Я думаю, мы сегодня все посмотрели, и можно переходить к нашей самой спокойной рубрике «Обойка». Да, она такая, неплохая. 2 часа мы все-таки преодолели. Преодолели? Блица не получилось. Не. Вов, извини, не получилось. Да, так бывает. Где, Никита, наш подкаст на этой обойке? Блин, вот это самая умиротворенная обойка, которая у нас была когда-либо, и это самая сложная для меня обойка по определению, вот где мы, а где кто. Я вот прям хочу, чтобы ты сегодня сказал. Так ты мне уже сказал, я помню твою старую версию. Да у меня там были бред всякие, что это вот... Нет, наш подкаст — это одеяло, ты сказал. Ну, да. А вот те люди, которые стоят, это наши слушатели, которые топчутся, не понимают, насколько сложно нам его вечером делать пол первого ночи. Но нет, но есть слушатели, которые укутались в этот подкаст. Кстати, да, да, есть и такой один. Я вот не вижу, в тапках он или нет. По-моему, это девочка как раз, но это наши фанаты девочки. А, настолько. А может, это мальчик, кстати, хрен его знает. Я вот не готов ответить, действительно, здесь всякое может быть. Но да, и подкаст наш лежит на траве истории. На траве ботнетов из WordPress'а, нафиг. Да, да, это последний. Понимаешь, можно его расценивать как островок чего-то живого, где муравьи вот эти там не ползают, всякая жесть, говно там. Да. Суровая реальность. И это заря или закат? По-моему, заря. Да, наверное. Закат, он более такой оранжевый, а тут прям такой белесый, это именно рассвет, и это круто. Что-то новое начинается, рассвет новой эпохи, у нас новый сезон подкаста после отпуска, сентябрь. Горит. Да, а убийца плачет. В общем, все. Надо объявлять, что на нас можно подписаться во всех соцсетях. Кстати, пишите по поводу качества звука. Мы сегодня на один микрофон записываемся. Угу. Просто на... Мы его направили, так скажем, повсюду. У него кардиоидная направленность по конусу. Поэтому должно быть лучше. Но все равно пишите, как вам. И да, можно на нас подписаться в соцсетях, ВКонтакте, в Твиттере, в Фейсбуке, в Инстаграме, в Google+. Uh-huh. Есть Телеграм-канал с новостями, Телеграм-чатик для общения. Пишите в личку, в веб-сайне, в Телеграме, чтобы узнать на него ссылку. И да, с вами были Никита Тарасов. И Александр Гончаров. Удачной всем недели, осени, начало. И да. Пока. Пока.